Восьмикратно приветствую вас, друзья. Сегодня с вами я. И сегодня с нами наконец-то появится еще один известный стример, кроме Васила, это Николай Росов. Сегодня мы будем обсуждать исторические темы. Отписывайтесь, пожалуйста, кто вот у нас в чате сейчас присутствует. Хочу знать, кто нас будет сегодня смотреть, друзья. Не забываем, в общем-то, подписываться. Начался, сейчас будем делать рассылки. Ну что, друзья? Новую заставку вы, наверное, увидели сегодня, замечательную. Все. Времена меняются постепенно. Канал эволюционирует. Так. Что же у нас тут? Я надеюсь, меня видно и слышно, и все хорошо. Категорически приветствую Плага. Надеюсь, звук хорошо поставлен, и видео, аудиозапись, вообще ничего не тормозит у нас. Так. Мне написал Росов. Сейчас, что он там предлагает? Да, все, я обязательно скажу. Приветствую, Гроза, приветствую. В принципе, можно будет начать ровно через 8 минут. Народ соберется, мы сейчас все, в общем-то, уже организовали. Теперь нужно только делать рассылочки. Ну, и нам здесь, в принципе, эти минут 8 не о чем было бы говорить, по сути. Здесь такой технический аспект сейчас надо произвести. Так, я надеюсь, аудиозапись не глючит, потому что у меня по каким-то причинам контакт очень плохо грузит. Стрим падает, вопрос, пишет Плага или нет. Вот. Вот и ответь мне, пожалуйста. Падает или не падает стрим, потому что, я не знаю, у меня почему-то контакт плохо грузит. Я сейчас все там распространять пытаюсь. Ну что, друзья. Сегодня исторический стрим. Готовьте свои вопросы. Я свои уже приготовил. И надеюсь, все будет сегодня замечательно и интересно. Кстати, я посмотрел перед, в общем-то, эфиром несколько других эфиров, в общем-то, вместе с Николаем. И там все было довольно-таки интересно и многообещающе. Поэтому, ну, вы, наверное, и так знаете Росова, поэтому, ну, я еще вам буду рассказывать. Сегодня будет все очень-очень хорошо. Так, проверяем. Битрейт хороший. Ну, вроде все норм. Народ, собираемся, только что-то пока не очень много. Ну, сейчас. Да, вроде прилично. Сейчас смотрю, что у меня происходит ВКонтакте. Сейчас. Угу. Да, сейчас все хорошо, это замечательно. Стримчанский мы выводим к себе на стену сначала его. Ну, надеюсь, народ сейчас попрет. Ну что, сейчас рассылочки произойдут все нужные, и мы уже будем, в принципе, начинать. Да, все в порядке. Ну что... Но, правда, все равно что-то не очень быстро грузится контакт, но это плохо. Ладно. Друзья, если будут какие-то глюки до эфира, пожалуйста, сообщите сейчас, потому что потом это уже будет не исправить. Хочется хороший эфир. Так. Сейчас спрошу. Да, господа, пишите вопросы. Ну, я думаю, мы начнем с моих вопросов, и там будет определенная, в общем, логика повествования. Я буду уже задавать в ходе. Это будет, ну, будет хорошо. Будет хороший стрим. Такс. Да, я, кстати, подписался. Хороший канал Гроза, друзья. Тоже рекомендую. И все, в общем-то, ссылочки к гостям, они у меня непосредственно в... Под видео будут, под стримом, и должны быть непосредственно ВКонтакте. Я и рассылку сделаю по своим, в общем-то, вот, все уже появилось. Без ссылочек, правда, появилось, но вот такое вот. Сейчас сделаем. Никнейм спросил, зачем ты пригласил нациста на стрим? Потому что мы сегодня будем обсуждать историю нацизма, друзья, в том числе. И, наверное, не стоит обзываться, друзья. Да, вот именно, не стоит обзываться, потому что там выяснится, что
что Николай на самом деле националист, а не нацист. Но мы тоже это обсудим, кстати. Мы хотели бы нацизм обсудить сегодня. Вообще много-много-много интересных вопросов, связанных с историей. И такие вот с историей, связанных с философией одновременно. Тогда будет вообще замечательно. Такс. Ну ладно, видимо, придется ссылки самому вставлять. Сейчас. Доброе утро, вижу, народ подходит, и уже вижу некоторых людей, которых я впервые сегодня вижу, это замечательно. Приветствую вас, друзья, вот уже народ собрался, нормально, хорошо, замечательно. Сейчас мы доделываем рассылку, рассылка есть, рассылка с ссылочками. И сейчас я пересылаю ВКонтакте, друзья, так. Фух, ладно, еще немножко подождем. Сейчас появится файл с тремя видео и непосредственно мы уже будем начинать. Николая я приглашу. У нас, надеюсь, видео будет сейчас. Да, хотя, в принципе, давайте приглашу сейчас уже, наверное, Николая. Николай не против же, что если я сейчас вот позвоню уже? Вот. 10, 9, 8, 7. Ну, в принципе, сейчас прошу его, если он не отвечает в чатике сейчас. Так. Ну что? Да нет, Росов потрясающе себя показал на нескольких эфирах, и мне тут, ну, он действительно очень примечательный такой вот человек, и я с удовольствием с ним сейчас все вот побеседуем. Замечательно. Так, раз... Приветствую. Сейчас я выведу на экран. Так, в отдельном окне, конечно. И сейчас вот у нас появится Николай, и это будет хорошо. А, Дискорд. Так, так. Так, не то. Вот сюда, пожалуй. Так, сейчас мы на одного Николая наведем. Все, Николай у нас в полный размер. В общем-то, да, Николай, историк, вот канал свой пиарит хорошо в последнее время, как я вижу, прям вот замечательно. Было дело, согласен, каюсь. Да и хорошо, и правильно, и очень технично. Мне есть кого пример брать в этом деле, конечно же. Ну что, Николай, представьтесь, расскажите о себе, специальность, ваши дела там все, ну, классика, в общем, сейчас классика, в классике начните, я пока буду техническими вопросами заниматься. Приветствую вас, господа. Мне особенно приятно, что вы пригласили на этот стрим. А особенно хочу отметить благодарность всех моих зрителей, которые пришли сюда. Мне, надеюсь, вам понравится наша совместка. Я занимаюсь историей. Я магистр истории из ПГУ. Обучался на международных... Значит, сначала я обучался на этнологии, а потом на истории России новейшего времени на кафедре, которую закончил успешно. И тема моей диссертации была... советско-германские отношения в 1939-1941 годах. Это моя тема, которой я, собственно, посвятил 6 лет своей жизни. Я ее так и защищал. И это тема, в общем, моих научных изысканий в основном. Но, кроме того, я занимаюсь еще этнологией, славистикой. Ну, в частности, славянскими древностями и прочими находками, связанными с Древней Русью, ну и так далее. Потому что у меня второй преподаватель был Бузин, а он славист, и он занимался этим на кафедре этнологии с ПГУ. Так что в этом смысле я тоже могу вам что-то рассказать. Но кроме того, смысл моего канала вовсе не в истории. Хочу, чтобы вы разубедились в том, что я только занимаюсь этим. На канале есть Вогеля, например, экспериментами с этими Крона, программа SETI, которую, как вы знаете, Стивен Хокинг с Миллером разрабатывал. И в этом смысле моя тема еще и научная, космическая. А кроме того, в наших стримах еще много информации про архитектуру, потому что я кончал и архитектурный институт. И знаю, как вам рассказать, где хорошее здание, а где плохое. В общем, если вам хочется самого интересного и разнообразного контента, милости прошу на мой канал, подписывайтесь, будет очень классно. Все обложки, кстати, к видео, которые там вы увидите, они точно моего, лично моего произведения, так что я сам их рисую, поэтому я тоже занимаюсь, можно сказать, и дизайном еще к тому же.
Спасибо большое, очень-очень содержательно. А давайте такой простой сначала вопрос. Как вам здание СПбГУ, Николай? Как вам именно вот ваш факультет, где мы учились с вами? Оба, как я понимаю. Менделеевская 5, верно, да? Да, да, да. Менделеевская 5 прекрасна, ну, я что могу сказать? Она прекрасна, Менделеевская 5, потому что, ну, это историческое здание в самом центре исторического, ну, не в самом центре, будем откровенны, но все равно входящую в историческую икумену Петербурга. А то, что реставрацию его делали в 2014, если память не изменяет, где там все было завешено, мы не могли пройти, и там, значит, еще не было этих, как в московском метрополитене, валидаторов, куда прикладываешь свой студенческий, выглядел весьма достойно. Хотя после реновации, когда этот ярко-желтый, черт возьми, это желтизна, откуда они берут эту желтую краску, я не знаю, из Диснейленда, что ли? То есть, чтобы вы поняли, это ампир Александровский, и после Александровский, он более нежный желтый, но все равно взяли такой смачный желтый для этого здания. Но, кстати, если вы заметите, как внутри все сделали, то философский факультет, он прекрасен, он замечательный, он бесподобен. Я обожаю там бывать, потому что там, когда у нас уроки назначали в вашем, в этой самой ойкумене философов, там было прекрасно. Там потолки, которые не решили заделывать тем гипсокартоном, где не подвешивают, я не знаю, проводку над этими самыми красивыми сводчатыми потолками. Ну и зал, конечно, у вас большой, где сохранена полностью лепнина и карнизы. Исторический факультет, его половина, которая занимает историки, это ад. Да. Это полный ад. Я просто не знаю, что с ним... Мистер Хайд и доктор Джекилл. Совершенно правильно. Это вот именно как? Это вот именно то самое, потому что ты приходишь туда и видишь, как это все заклеено. Дважды стены проштукатурены, как бы прошунтированы после операции. Видите, больное тело, которое агонирует. У нас даже двери как-то одно время пытались менять. Ну, в библиотеку. Ну, да. Ну, все знают эту прекрасную библиотеку, где были белые двери, потом их сделали коричневые, потом вроде снова перекрасили в белые. Я не помню, что с ними сейчас, но это вот то, как не надо делать. Вы совершаете издевательство, это изнасилование исторического здания. Всю нашу лепнину наверху, ну, они не содрали ее, они просто замаскировали ее под панелями, под блоками, под этими. Я вот ненавижу эти ненавистные потолки, откровенно скажу, с этими квадратиками. Это я называю это вот изнасилование четвертой степени тяжести. За это нужно судить. За это нужно судить просто, без всякой пощады. Ну, кроме того, у нас еще лавочки, да, лавочки меняли в некоторых местах. Были хорошие деревянные лавочки, да. Ну, все помнят эти деревянные лавочки, но их стали менять на что-то, я не знаю, это преступление против человечества, это Гитлер, это Холокост, за это нужно Нюрнбергский трибунал созывать. Хорошо, про Гитлера мы сегодня будем, так как это специализация отчасти получается, но давайте такой философский вопрос. Вопрос к грозе, вопрос такой, как Николай относится к осевому времени Ясперса? Ну, вот такой вот... Такая слитая концепция, философская получается, историческая. Вот начнем с этого, с такого мягкого. Дайте мне одну минуту, чтобы я нашел это в Гугле. Потому что я не понял ничего, кроме осевого и времени. Я-то человек, я понял, да? Я какой-то чувак, который что-то придумал. Секунду, я сейчас буду специалистом по осевому времени. Эх, друзья, что же вы такие вопросы задаете историкам? Это что-то философское, я так понимаю, да? Ну, немецкий философ Карл Ясперс ввел его в оборот. Так. Да, там длинное было. Осевое время — это 700-200 годы до новой эры. По его мнению, все учения осевого времени отличаются рационализмом и стремлением человека к переосмыслению существовавших до этого норм, обычаев. Можно по-человечески? Что он хочет нам сказать? Короче, до осевого времени все было херово, философии не было. А потом внезапно в трех регионах на планете, то есть китайский, индийский и Греция непосредственно, зародилась философия. Какая-никакая, но философия. И там появился вот такой вот рациональный своеобразный дискурс. Ну, то есть, вот у него такая идея, что это исторически какое-то особое осевое время, вокруг которого все и вращается. Вот, именно вот изменения вот эти вот появились. Ну, это как-то... Ну, это имеет, наверное, право на существование, но
Завязывать все на философии в истории, это, конечно, такое себе. Я понимаю, ну, я Ястер-философ просто в этом смысле. И да, мы... каждый тянет одеяло на себя. Кто-нибудь скажет, что когда появились историки, вот тогда началось время, а вы что рассказываете? Ну, историки плюс-минус появились где-то тогда же, получится, в Греции, как минимум. Ну, там плюс-минус несколько веков, конечно. Ну, просто рассвет греческой культуры, так или иначе, там и все развивалось. Цунадо спрашивает, что думает ведущий гость о концепции биополитики? Концепция геополитики... Биополитики. Я, кстати, не знаю ничего. Биополитики. Объясните мне, что это такое. Ладно, забьем тогда, забьем на Цунадо сегодня. Цунадо, прости. Ладно, начнем тогда. Национал-социализм. Первый блок вопросов у нас будет по национал-социализму у меня. Ну, все-таки так вот. Можно вернуться к биополитике? Я начну понимать. Нет, нет, нет. Национал-социализм. Человек, который это читал, разбирался. У нас тут такие вот на стримах разные вопросы всегда... появляется, ну, не у меня, в смысле, а вообще вот во всей тусовке вот этой вот стримовой. Одобряю. Если да. У вас есть вопросы, господа, задавайте. А, вот. Начнем с того, не могли бы непосредственно вы, Николай, обрисовать национал-социалистическую политическую философию, ну, или вот вообще политические их воззрения. Просто тут споры какие-то идут, ну, вот они социалисты, не социалисты, что вообще с ними происходит, они подражали социализму или были ими, вот, ответьте нам, пожалуйста, интересно. Смотрите, я считаю, что сейчас в наибольшей степени, ну, есть тут консенсус среди философов, среди историков, невероятном вкладе в этот вопрос, решение этого парадоксального взаимодействия у Иохима Феста, который написал большую монографию, до сих пор являющуюся такой классической, канонической, называемой одноименно «Адольф Гитлер» и просто там первый, второй, третий том, в котором он говорит о феномене национал-социализма как о феномене, выходящем просто из классического фашизма, но выходящем радикально, переходящим его пределы, обостряющим все его противоречия и имеющим все радикальные черты, которые являлись родовыми, но тем не менее не могли быть развиты до своих окончательных таких выражений, окончательных форм. Иными словами, гитлеровский национал-социализм тем социалистичен, что он не призывал к созданию новой Германии. Это интересно. Гитлеровский национал-социализм создавался исключительно для того, чтобы сделать новый мир. И если фашисты Италии, например, думали о возрождении Римской империи, Железная гвардия в Румынии пыталась создать Великую Румынию, ну понятно, да? Кто-нибудь, Йозеф Тисо в Словакии хотел создать свою Великую Словакию, Адольф Гитлер не хотел Великую Германию. Он хотел нечто другое. Это государство вне национальных границ Германии, это Всеарийская империя от Лиссабона и до Уральских гор, то есть представьте, насколько она большая должна была быть, включающая Европу, причем она интернационально, ну, в том смысле, что арийцы могут быть в разных местах расселены, не немецкая, и даже более того, она даже не немецкая не только по духу, но и не национальная, потому что арийцы и арийская культура, которую Гитлер пытался переделать, создать, воссоздать, является ничем иным, как реминисценцией ахейства, ахейцев Греции, и если посмотрите на архитектуру Третьего Рейха, вы там не найдете ни одного немецкого именно здания. Вы найдете много классических стадионов, например, огромных циклопических монументов, именно что в классическом ахейском греческом стиле, даже не римском. А тут даже нет косплея Муссолини, здесь гораздо более древний косплей. Посмотрите на имперскую канцелярию, вы увидите там ахейские черты какого-нибудь царя Агамемнона с высокими колоннами, с пятисекционным делением этажей, с огромными парфирными залами, торическими ордерами, и очень важно, вы найдете там эти грубые рубленые первоклассические формы. И если вы посмотрите на даже идеалы, которые олицетворяются в философии красоты национал-социалистов, это вовсе не классические греческие идеалы, это идеалы именно ахейской Греции. То есть мужи с рубленными чертами, весьма грубые, кстати, надо сказать, что это было сознательное огрубление тех статуй, которые создавались в эту эпоху. И, безусловно, стремление к созданию нечто
чего-то, общества, философии, политики, еще большего, чем оно есть. И в данном случае это социалистическое начало, создание нового человека. И Гитлер, конечно, хотел создать этого нового человека. По воспоминаниям Шпеера мы, например, знаем, что этот новый человек, он должен быть по канонам красоты, в том числе еще и очень высоким. Поэтому и здания проектировались очень высокие, монументы были циклопичными, непропорционально циклопичными. И все, что творилось, все, что делалось в знак, во славу этого режима, оно должно было быть подчеркнуто отрывающимся от традиции или архифутуричным. А Бурхард в размышлениях об истории называет этот феномен национал-социализма взрывом архаики. Взрыв архаики буквально. Потому что те цели, которые достигал Гитлер, они были чудовищно архаичны. Все те образы, которые он воспевал в своих идеях, они относились даже не просто к средневековой, а к древней германской истории. И я вижу мышку на своем лбу. Прошу прощения. Господа, прошу, если прощения. Увидите мышку на моем лбу в трансляции, кивните. Простите. Я понимаю, что она блокирует сигнал от моего черепа к вам. Нет, это случайность. Так вот. Но осуществлял он эти самые архаические возвращения с невероятными суперсовременными методами. Это, например, психотронные марши Геббельса. Это киноиндустрия, по сути, начало этой большой пропагандистской киноиндустрии. Это огромное, действительно футуристичное по тем временам представление в куполах света Альберта Шпеера, где колонны выполнены просто световыми кинжалами, а не колоннами, где иллюзия начинает обретать действительно свою окончательную форму. Как написал один из его первых соратников, тот, кто поддержал его в начале, знаменитый Хамштамбль, он умел с изяществом самого ловкого акробата и циркача виртуозно рисовать нам замки из песка. И если вы посмотрите на экономику Германии в это время, она была социалистической в большей степени, чем капиталистической. В ней были 4-летние планы. И в начале своего правления, после объявления о том, что он станет канцлером, 2 февраля 1933 года Адольф Гитлер анонсировал 2 4-летних плана, 8 лет в общем, которые должны были покончить с, как говорилось тогда в брошюрах, 14-летним эпохой, 14-летним кризисом предательства, то есть Веймарской республики. И это вот легкость, которой перечеркивается история, легкость, которой рисуется новое в обличиях как бы старой, эти факельные шествия и парады, это архаика, одетая в суперсовременные черты, эти вместе с тем вагнеровские и языческие, буквально языческие ритуалы и эстетика, соединенные с самыми последними, как ни парадоксально, достижениями того времени, включая свет, представления на машинах, залы света, которые создавались из кинжальных огней ПВО и самые разнообразные приемы до психотронных маршей, зеркал, которые устанавливались для того, чтобы создать еще больше эффект. Все это и есть, по сути говоря, та самая неуловимая противоположность. Потому что, например, в заметках о застольных беседах Раушнинг вспоминает, что Гитлер как-то сказал про себя: «Я самый величайший революционер в истории». И он считал себя действительно самым величайшим революционером в истории. Он не считал себя просто человеком, который пришел там восстанавливать... Извиняюсь... просто подавился. Величие Бисмарка или что-то историческое. Третий рейх был подчеркнуто не историческим, а кульминационным. В этом смысле Третий рейх был завершающей фазой истории. Раушнинг тот же вспоминает, что он следующим образом описывает эту концепцию Гитлера. Мы, как он сказал ему в доверительной беседе, у шарнира времени. На планете грядет переворот, который вы, не посвященные, не в состоянии постичь. Что-то в этом роде, то есть, понимаете. И сейчас у нас есть эта возможность, переворот. Наступает как бы новое, возможно, время, новый формат, новая эпоха. То есть, в отличие от всех его предшественников, про- или квази-националистических, которые ставили собой задачу, например, просто страну свою улучшить, там, поднять, ну, с помощью всяких известных приемов риторики правых, иногда левых,
как, например, с Муссолини произошло. Гитлер хотел чего-то еще большего. А Гитлер хотел действительно вот этой мечты, которая может равняться мировой революции при Ленине. Потому что его мечта, которую, например, рисуют во многих антиутопиях, в случае его прихода, там, победы во Второй мировой войне, рисует, безусловно, мировую империю. Это не империя просто Германии, которая вернула свои провинции, а мировая империя. И завершая, наверное, этот ответ, я хочу процитировать фразу, которую Фест в конце второго тома говорит: перечеркивая Версальский мир, объявляя Вторую мировую войну, он не перечеркивал Версальский мир, он перечеркивал великое переселение народов. Это была его идея. Спасибо вам большое. Отличный ответ. У нас тут есть промежуточные некоторые вопросы между моими, но они связаны преимущественно с философией. А с Диогеном Синопским знакомы, Николай? А вот с ним не знаком. Понятно. Серьезно, не знаком. Тут вопрос, но как с Василом, который был упомянут, я знаком. Мы с ним стримили даже. Да, я видел ваш стрим, кстати, тоже. Так, а с Ницше? С Ницше я не знаком, мы как-то не пересекались. То есть ну, Ницше, он Гитлер умер как-то просто вот задолго как-то до моей вот так вот жизни. Есть просто некоторые трактовки Ницше, которые так или иначе связывают его с нацистами. И вот это вот, видимо, интересует наших, в общем-то, зрителей по преимуществу. Знаете, я говорил с Ежи Сарматом на одном из стримов, мне тоже это интересна была тема, и как мне он объяснил, все-таки нет. Скорее всего, Ницше был против нацизма. Ну это понятно, он и был. Там просто вопрос заключался в том, что были последователи Ницше, которые уже внутри непосредственно такого вот протонацистского или уже даже, может быть, нацистского вот этого вот общества уже пытались внедрить его идею туда. Вот. Ну, видимо, это еще глубже, это даже я уже не знаю, как бы, я занимаюсь философией. С другой стороны, мне кажется, все известные так или иначе личности становятся жертвами в конце концов своей популярности. И их потомки или фэны забавные, они как-то извратят их идею стопроцентно. Да, действительно. Ну, с Фихте я... Друзья, давайте не будем задавать прям явные вопросы по философии и истории, прям вот вообще сильно связанные, потому что, ну, я думаю, ответы многие вот прям такие и будут. Лучше что-нибудь содержательное, на что гость может хорошо ответить развернуто, как это было вот с вопросом про нацизм. Позволю себе немножко сбавить обороты нашей дискуссии, а то что-то они такие сильные. Я просто сам с философией не очень сильно знаком, я только один курс прослушал, у нас в философии был только один курс, и все, на этом наше знакомство с философией закончилось. Поэтому я с удовольствием послушаю, почему люди вообще интересуются философией, потому что я, собственно, не знаю. Для меня это до сих пор темное пятно, вот такая вот штука. Николай, вы в основном были на стримах более-менее философствующих таких персонажей, вроде Убермаргинала, Ежи Сармата, Васила, например. Ну, почему-то они не настолько философствуют на самом деле, я не знаю, в чем секрет. Они занимаются слитыми такими вот концептами у них. Ну, то есть философия как раз позволяет этим заниматься. Заниматься сразу всем одновременно. Ну, отчасти из истории что-то взять, из экономики. И как-то это, в общем-то, интерпретировать. В некотором роде, наверное, даже Гитлера можно было бы назвать философом, потому что у него тоже, ну, он не профессионал ни в одной области, получается, но при этом предлагает какую-то свою концепцию, решение и что-то делать с этим. Стоит ли тогда говорить о том, что философ — это не профессионал во всем? В некотором роде, да, но при этом это позволяет создать общее некоторое мировоззрение, ну поэтому, ну, это бывает действенно. Так, тут вопрос от Цунады. Согласен ли гость, что ключ к пониманию истории народов заключен в наследственности их носителей? Вот так вот. Нет, ни в коем случае. Вообще никак. На самом деле никак. Ответ – никак это не связано. Ну, то есть, что значит наследственность носителей? Связана ли она с истории народа? Вообще никак. Одни из самых парадоксальных примеров истории вам подкидывают, когда вам кажется, что все уже решено. А да, вот здесь, значит, хороший такой народ, там у нее такая наследственность богатая. Нифига подобного. Хорошо, ну давайте тогда обратимся к архитектуре. Может ли посоветовать книгу новичку по архитектуре? Можете посоветовать книги новичку по архитектуре? Такой вопрос от Артема Артемона. Вот. Тоже. Конечно. Рекомендую вам почитать Radical Classicism of Quinlan Terry. Quinlan Terry — это архитектор,
в Британии, которая до сих пор делает нормальное здание и проектирует очень хорошее здание и целые кварталы, что очень важно. И он отстаивает позицию такого radical classicism, от чего книга так и называется. Радикального классицизма. Это когда вы не делаете никакого компромисса, никакой уступки современности. Когда вы не делаете компромиссов и когда вы не отдаете преференции современному стилю, а остаетесь верными этой самой традиции и пытаетесь в ней сделать то, что сделали великие раньше. То есть такой же скачок, как в эпоху Возрождения. Что-то привнести новое в это, а не рвать традиции, как, например, это происходит с конструктивизмом. Ну, он подчеркнуто рвет каноны классического архитектурного стиля, поэтому ответом стала книга Radical Classicism of Quinlan Terry. Кстати, замечательно то, что книга была не самим Quinlan Terry написана, а его биографом. То есть книжка написана архитектором про архитектора, что избегает такого субъективного подхода. Почитайте. Ну вот, отлично. Хороший совет, наверное. Я не читал, правда, но, наверное, поможет Артему. Так, ужасающее ничто спрашивает. Какое отношение у гостя к религии? Я совершенно нейтрален к религии. Я атеист. Мне это очень диаметрально. Но я, с другой стороны, делаю много интересных обзоров про славянское язычество. Это круто. Мне кажется, что эстетика славянского язычества в нашей стране, она настолько забита, прибита всякими глазуновыми, этими хиневичами, ахиневичами и прочими выдрами, скалопендрами, выползшими из рутины родоверской и прочей мерзости вот в этих самых поползновений на геронтофилов прошлых эпох, такой постсоветский постмодерн АК Рыбников с русами и колпачках из фольги. Вот то, как нужно понимать его, и то, что сейчас происходит с популярным представлением о язычестве славян, наверное, и есть главная причина, почему мы о нем вообще ничего не знаем. Потому что, ну блин, смотрите, кто вообще его представляет у нас. У нас такие репрезенты, что я один персонаж краше другого. Шизы, зовите санитаров. В общем, именно поэтому, как мне кажется, у нас это и не любят. Но, со своей стороны, я делаю все, чтобы дизайн языческий у нас не умирал. В частности, я делал хорошее видео про языческую славянскую архитектуру. Блин, почему никто не делает этого? То есть у нас, думаете, закомары — это все, что было? То есть я впервые услышал об этом просто, поэтому, например, это, ну, не очень распространено. Ну, поэтому я и говорю, ну, да, блин, надо, вы, надо. Кресты-голубцы, горбыльки, значит, вам это ничего не... Охлупни, ну, вам еще об этом не говорят, да? Нет, вот поэтому и надо это распространять, и вы правильно дело делаете. Да, но это единственное, что связывает меня с религией вообще, в принципе. Ну, потому что я был славистом, поэтому мне интересен восточный славянин. Дизайн, культура и все это, ну, тут через вот эти вот символы пытаетесь, да, чтобы не забывались, правильно? А теперь мы возвращаемся. Что? Все правильно говорю, правильно, отличный подход. Теперь мы возвращаемся к Гитлеру. А какие силы были против прихода к власти Гитлера в Германии? Можно, пожалуйста, поподробнее такой вопрос в чате? Да, было несколько группировок, в том числе даже тех, кто окружал Гитлера во время назначения последнего канцлерства при уходе фон Шлейхера. Когда был расформирован кабинет Шлейхера, последнего канцлера Германии после Гитлера, 7 министерских кресел вкупе с 3 нацистскими занимали практически полностью противники Гитлера. И среди них был, конечно, Гугенберг, магнат, богатый человек, который до последнего противился выборам в Германии, которые помогли нацистам потом найти большинство и потом поджечь Рейхстаг и устроить веселую жизнь всем немцам. Но это если говорить про промышленников. То есть не делайте такой вот мину, когда я говорю вам, что промышленники были против Гитлера. Да, Гугенберг один из виднейших, во-первых, промышленников и магнатов, и телевизионных магнатов еще в Германии тех лет. Он был вообще против Гитлера. То есть он вообще, ну, и злобен на Гитлера, потому что он много чего плохого сделал. И вообще очень вот. То представление о том, что все вот промышленники, они ждали, вот слюни пускали. Гитлер, приди, порядок наведи. Это все, конечно же, изрядное преувеличение, потому что даже Тиссен и Крупп, которых обвиняют во многих грехах за Гитлера, что, мол, такие ангажированные пацаны были, на самом деле присоединились к нему только под самый конец, да и то, ну, значит, о, мы за этого парня, да, ветер дует, отмаем флаг, точно. Но
Это если говорить про элиту. И знаете, что она была. То есть против Гитлера выступали еще и финансовые круги. Не все согласны были с Гитлером. Вторая — это социал-демократы. Социал-демократы и, собственно, партии, примкнувшие к ним. Альянс непримиримых и так называемые каменные задницы. Их называли каменными задницами нацисты, потому что они сидели в парламенте, даже когда, по сути, парламент уже перестал значить что-то в их стране. Хотя, да, это слишком с языка вы сняли. В нашей стране нет, я ничего не хотел сказать такого. Никаких параллелей с Веймарской Германией. Но они их так называли. Они составляли свой костяк, и действительно очень мощный, имевший даже политическое превосходство в Тюрингии тогда и Восточной Пруссии и вообще в прусском представительстве. До последних дней, когда Геринг был назначен шефом полицай Пруссии. Это второй блок противников, которые не очень не хотели, чтобы Гитлер пришел к власти. Третий — это коммунисты, которые просто бастовали против выборов. И банально они уже начали переходить подполье, они были против социал-демократов также. И у них был свой кандидат, Тельман, которого они пытались провести, но он не набрал очень такого большого количества голосов. И, в общем, они ушли в подполье, стали партизанить. И вот эта вот партизанская война, о которой мало кто знает, что после того, как Гитлер пришел к власти, началась коммунистическая партизанская война. Начали диверсии проводить эти коммунисты. Но это все очень быстро схлопнулось, и они не составляли какой-то особой конкуренции, потому что их уже выбили из политического поля, они не имели никакое представительство в Рейхстаге. Рейхстаг перестал выполнять свои функции. Социал-демократы в Рейхстаге были парализованы, по сути. А финансовые круги, ну, их сдерживало то, что и сам Гинденбург, на которого посадили крючок, в частности, крючок межевания земель, из-за которого его сын получил большую долю поместья Гинденбургов, из-за чего его подловили на коррупционном скандале. Да, коррупционные скандалы были даже в Веймарской Германии. Даже сам Гитлер подловил его как-то туда, сына Оскара Гинденбурга. Тоже, ну, они говорили обычно так: пусть перебесится. Один из министров правительства Гитлера сказал такую великую фразу: ну, пусть перебесится, ну, пусть, ну, да, дали мы ему канцлера, ну, пусть парень перебесится. Кстати, я хочу обрадовать вас. Я настолько заинтересовался ранними годами этого самого режима, что сделаю вам рассказ, наверное, стрим будет о том, о чем вообще не говорят. О том, что произошло после сразу прихода к власти. Как после прихода к власти, имея огромное количество этих противников, на самом деле их было очень много, Гитлер смог добиться полной власти. Через год, даже меньше, чем через год, он стал полноправным хозяином этой страны. Но если подумать, из 10 членов кабинета, 7 членов кабинета были не нацистами. Представьте, насколько у вас диспропорциональное правительство. Причем 70% вашего кабинета, оно вообще голосует против вас. Плюс Рейхстаг, который большинство, ну да, допустим, большинство у вас существует хотя бы блоковое, но оно не абсолютное, и социал-демократы, объединившись с другой партией, могли бы спокойно вас заблокировать. Как вот эта вот ситуация, при которой, казалось бы, серьезно, приход нацистов к власти, который мы называем приходом нацистов к власти, не осуществился в январе 1933 года, он не произошел. И странно было для людей видеть эти парады, которые проводил Гитлер в это время, празднуя свое восшествие во власть, потому что, ну почему? Ну ты канцлер, да, но у тебя кабинет неподчиненный, у тебя Рейхстаг неподчиненный. Более того, Гинденбург даже карт-бланша не дал Гитлеру на экстренное полномочие. То есть, иными словами, Гитлера, как сказал Гугенберг, мы собирались ввести в правильное обрамление. В правильное обрамление мальчика решили поместить, ну, в рамку такую, понимаете? Это называлось ввести в правильное обрамление. Или, как говорит Влад Путин у нас, так сказать, в рамках закона. В рамках закона, да? В рамках закона. Вот этот самый вот в рамках закона мем назывался в Веймарской Германии обрамлением. Так вот,
Понимаете, прошло совсем немного месяцев, это обрамление все просто разломалось. Как человек, не имея никакого большинства нигде, против которого выступает огромное количество разнообразных промышленных, финансовых, культурных, я уж не говорю о том, как интеллигенция восприняла приход Гитлера на пост канцлера. А, как вот имея все это, просто разломать, блин, все. Причем в всех фронтах. Когда вам говорят, что это сумасшествие, ну попробуйте на 10 фронтов воевать. Это получается вот как-то. Поэтому, когда Гитлера упрекают в том, что он отважился воевать на 2 фронта, господи, да он в своей жизни воевал как минимум на 5 разных фронтах. И, кстати, побеждал в этом. Так что он имел за собой, за своими плечами огромную череду побед, хотя бы в политике. И тут та легкость и ловкость, с которой он разобрался в первые годы, она поражает. Это интересно. Согласен, замечательный просто ответ, хороший, раскрывающий все. Давайте простой такой вопрос, не очень содержательный. Тут читал ли Николай Майн Кампф? Понравилось ли? Такой вопрос в чате был. Ну да, у нас на Либрусеке его можно до сих пор скачать. Нормально, но скучно. Гитлер пишет скучно. Это, кстати, упрек, который замечали современники. Из всего огромного тиража этой книги, из всего огромного тиража, читал, вот нормально, кто читал из окружения, как придет Раушнин к нам, ну, наверное, и то не факт, ну, 90% почитал, это, сейчас скажу его имя, Розенберг, Альфред Розенберг. Но Альфред Розенберг был сам отбитым из них, поэтому неудивительно, что он ее прочитал до конца. Если по стримам, у меня 3 стрима, если вам интересна эта тема про Гитлера. Кстати, да, я наконец-то смог нажать на вашу совесть. Подпишитесь на мой канал, пожалуйста, подставьте лайк на мои видео. И там вы найдете в плейлистах 3-серийник, 3 стрима, понимаете? 3 стрима про приход нацистов к власти. С 1919 до 1933. Я вам буду рассказывать о тех местах, о которых вы вообще точно не знаете, и вам никто не рассказывает. О тех местах, где нацисты были вообще никем неизвестными ноунеймами. А обычно, когда говорят «приход нацистов к власти», говорят 30-е, вот сначала кризис. Ну, это легко прийти к власти во время кризиса. Попробуйте партию сохранить с 19-го года до 33-го. Гитлер реально в это время даже пытался совершить акт суицида. Он, ну, то есть, понимаете, человек, который не может реализовать свою страсть к этому самому власти, он очень сильно впадает в депрессию. В отношении Гитлера, который был невероятно вспыльчивым и эмоционально возбудимым, это он воспринял очень остро. И серьезно, во время того, как, казалось бы, Германия встает с колен, в золотые 5-летние годы Веймара, после кризиса, после преодоления кризиса и пивного путча, он, ну, действительно, вот, был просто разбитым человеком. Серьезно, это было очень тяжелое для него время. Поэтому в это время он, кстати, и пишет самую книжку «Майн Кампф», чтобы заесть эту обиду и чтобы придать смысл какому-то движению. Все отмечают, что скучно. Вот Альфред Розенберг, если вы посмотрите его кадры 27-го года, где он говорит, вот вообще просто говорит, знаете, Альфред Розенберг, он с вами не здоровается, он говорит геополитический Восток в Западной Азии движет нами, серьезно движет континент, политика. Добрый вечер, с вами Евгений, с вами Дмитрий Киселев. Вот, понимаете, то есть это человек, который полностью прочитал Майн Кампф, его можно уже выносить, потому что ничего серьезного там не написано. Эта книга – вторая Библия после 25 пунктов нацистской партии, которая не должна была вообще, в принципе, восприниматься как что-то серьезное, она должна быть именно что Библия, на которой должно быть клясться и так далее. И несмотря на то, насколько был высокий тираж Майн Кампф, именно тот факт, что никто его и не читал по-серьезному, объясняет, почему при приходе Гитлера к власти все его вот рассказы о том, что евреи там, ну, цыгане, все вот эта вот неполноценность про Восток, вот, ну, воспринималось не более чем как, ну, гриза, ну, мальчик снова бесится, ну, у кого нет поехавших, шизанутых шуе мыслей? У каждого политика есть свое маленькое шуе, ну, вот у него было такое шуе, пожалуйста. И вот именно потому, что его никто не читал и никто не верил, во многом поэтому из-за такого эффекта мальчика с барабаном, его называли барабанщиком или загонщиком,
то есть его предполагалось использовать, пришел к власти и всех за барабан закинул. Спасибо большое за ответ. Опять же, вроде бы вопрос был простой, но так раскрытый и хорошо был отвечен. Давайте теперь обсудим, а что бы случилось с русскими? Какие планы вообще были на славян, на русских у Гитлера? Реально хотели всех уничтожить или не хотели всех уничтожить? Просто советские вот историки, или даже не историки, как их там, любители истории советские, так скажем, любят рассказывать историю о том, что собирались уничтожить ну вообще всех в России, в СССР, вообще всех. Правда, неправда, в какой степени? Расскажите, раскройте, это интересно. Ну что, уничтожить всех в плане входило. В план входило рабство тотальное. Ну да. Да, в планы входило рабство и сокращение численности населения. Но это не совсем, чтобы уничтожить. Ну, переселение масса. Ну, это тоже не очень весело. Ну, такое, это да. Тоже не очень весело, знаете. А, с другой стороны, я хочу отметить, наверное, момент, который вы не всегда замечали. Вот нас он называл неполноценными, но... Японцев Гитлер называл, например, вообще животными. И если славян Гитлер пытался истребить и поработить по своим воззрениям, то японцев и азиатов, по его же версии Mein Kampf 25-го года, читайте, собирался просто... Так, что происходит? Что мы делаем? Происходит, должно быть, трансляция, и она идет. Поприветствую наших зрителей и сделай вид, что мы возвращаемся к ней. Да, и еще притворись, что твое изображение не просто, а статично. О, да, точно, это будет замечательно. Все то же самое, только мы продолжаем нашу трансляцию, как она и была задумана. Все, продолжаем в таком случае, да? Да. Прям вот с последних вопросов. С последних вопросов, которые были. Николай, разберем. Какой Гитлер? Он правый или левый? Просто тоже такой спор идет. Тоже вот такой. Но он правый или левый? Или там между? Или как? Или где он там между находится? Давайте попробуем разобраться. Лично сам Бурхард определял его как революционером правым или революционером против революции. Таким образом, можно сказать, что его позиция была лево-правой. Или, возможно, как сейчас модно называть, национал-большевистской позицией. Если вы понимаете, о чем я. Так что вот именно такое, наверное, определение самое простое будет. Да. Да, я слушаю. Другие какие-то вопросы. Я понимаю, что у нас может быть прерыв связи, известные причины. Но, тем не менее, просто нас слышат. Нас слышат, и поэтому вопросы... Ты можешь прислать мне в Discord-чат. И я буду на них обязательно отвечать. Так что, таким образом, господа, трансляция наша не прерывается. Она просто переходит в принципиально новое, гораздо более замечательное состояние. Я вернулся. Включай камеру. Я вернулся или нет? Да. Да? Все правильно. Прошу прощения. Это, видимо, будет продолжаться так долго, но всякий раз, когда я затихаю, нужно вот как-то вот отзываться. Я выключаюсь и отключаюсь заново. Ничего, все будет здорово. Поехали, Николай. Альтернативная история. Как относитесь к такому явлению? Ужасно отношусь, честно. Ужасно. Мне она в печенках сидит. Столько много кабинетных этих пидорасин, которые думают, что они умнее всех. И они еще едят наш хлеб, что самое главное. На своем неблагодарном, на своем критически неверном... Вот этой гадости, которые пытаются нам втюхать, они еще и деньги получают за это. Вот гады, мне это больше всего не нравится. Понятно. Но мы можем же попробовать так в игровой форме заняться своеобразной альтернативной историей. Меня слышно же, да? Конечно, слышно. Отлично. Конечно. Спрашивай об этом, спрашивай обязательно, потому что у нас может... попробовать, да, поразмышлять о том... Ну, включить собственный imagination, как вот на канале у вас часто появляется Спанч Боб непосредственно. А что было бы, если бы Гитлер победил вообще в целом? А что бы случилось вообще с миром, если бы он победил? Мы уже с Россией разобрались приблизительно, а что с миром бы случилось? В пропагандистском ролике Соединенных Штатов, который назывался «What do we fighting for?», пропагандировался проект «Атлантропы». Хотя он никогда не был... до конца осуществленный, мы не знаем, существуют ли действительно фактически какие-то наметки на Атлантропу, но это огромный проект немецких, еще тогда
вильгельмовских, кайзеровских темных гениев, которые предполагали объединить континент Европы с континентом Африки, осушить отчасти Средиземное море, осуществить ту гигантскую ирригационную программу по переселению, сделать Европу новым домом человечества, превратить Берлин в Германию, в мечтах было сделать ее новой столицей мира, и в перспективе сделать глобальное переустройство, то есть все, что окружает земной шар, должно было быть Германией, технически. Все, то есть независимые государства должны быть уничтожены, одно государство на планете, которое представлено, естественно, Третьим Рейхом, а столица его будет Германия. И в таком случае было бы грандиозное строительство предпринято ширококолейных гигантских автобанов по человечеству, и сделан будет этот Volkshalle. Volkshalle – большой такой купол, который во многих мечтах и антиутопиях встречается. Вот это такой рисунок его мечты. Это соборный зал, в котором бы собирались представители партии нацистов. Не переживай, я буду тебя восстанавливать в правах столько, сколько потребуется. Столько, сколько будет нам нужно. Но на всякий случай, лучше будет, чтобы... Как там? Лучше будет, чтобы ты все-таки выключил этот рестрим. Да, рестрим надо выключить. А если вы увидели это сообщение, если вы пришли на наш прекрасный стрим, если вы видите сейчас то, что вижу я вас поздравляю, вы на продолжении нашего стрима. Да. Я решил помочь нашему другу, чтобы наш стрим не пропал, пригласить его на наш канал. Я надеюсь, вы не против, господа. Это будет здорово, мне кажется. Александру надо дать еще один шанс. Сейчас мы возобновим трансляцию. А вы пишите, господа, шлите донаты. У нас скоро будет стрим про Керенского. Мне будет приятно услышать вопросы прямо сейчас. Так что не стесняйтесь. Я знаю, что вы смотрите. Да, я знаю, что вы смотрите. Гостям необходимо сделать погромче, как вы сказали. Что ж, давайте сделаем. Приветствую. И ты будешь сейчас чуть-чуть погромче. Я вернулся, все верно? Верно, все правильно, отлично. Все замечательно. Ответ был дан, да? Я, как понимаю, очень интересный ответ, наверное, был на вопрос. Ответ был дан. Ответ был дан. Что можно сказать тогда про Наполеона? Ну, тот же самый вопрос уже относительно Наполеона. Если бы Наполеон захватил Россию, мир, может быть, даже, что бы случилось? Ну что ж, что касается Наполеона, то тут скромнее. Он не хотел прямо так весь мир разрушать, давить, расчленять. Наполеон, он был весьма эгоцентричен. Он не был фанатиком, ну, в смысле того, чтобы он был таким поехавшим и последовательным типом, но если бы Наполеон в конце концов победил в своих завоевательных походах, мы можем скорее сказать, что Франция бы победила в таком случае в гонке, в Великой Второй Столетней Войне. Столетней войной называли сопротивление не только Англии и Франции времен Средневековья, но и так называемую Вторую Столетнюю Войну, это гонку за колонии. В таком случае, скорее всего, Франция бы выиграла гонку за колонии, это бы принципиально изменила структуру англосаксонского мира, потому что Соединенные Штаты поддерживали Наполеона, если вы знаете. То есть, в отличие от Гитлера, который воевал в Европе, его чмырили Соединенные Штаты, а вот Наполеон, наоборот, поддержали. Томас Джефферсон сразу после своей смерти оставил нехорошее наследие, которым поспешили воспользоваться его политические оппоненты и взяли на вооружение принцип «давайте вступим на стороне французов». Подробнее об этом вы можете посмотреть на моем канале. Прямо тут, кстати, да. Теперь уже тут. В стриме «Вторая война за независимость» или «Подлинная история войны 1812 года».
Подлинная история войны, в смысле, в 1812 году началась война Англии и Америки, если вы знаете, да? Вторая научная история. Это нет, это подлинная первая и единственная. Она так и называется, первая научная история войны 1812 года, англо-американской войны. Вот, где был сожжен Вашингтон, где был, ну, в общем, очень тяжело Америка вспоминает об этих событиях, и не любит, они любят, когда ей особенно напоминают их снова. Вот так. Понятно. Ох, уже сколько я не сбивался, получается, да? Интернет у меня, хорошо. А что бы было, если бы Ленин не заключил Брестский мир, например? Как вам такая фантазия? А если бы Ленин не заключал Брестский мир, то тут два варианта. Может быть, Германия сдохла бы на самом деле, и реально это был фальш на нее новое наступление. Либо, если бы Германия продолжила его, то... Скорее всего, большевики бы столкнулись с необходимостью подписывать еще более жестокий мир. Возможно, бы границы наши еще отодвинулись. Ну и фиг знает, что еще возможно было бы. Потому что, скорее всего, тогда большевики были бы не единственными. У них была бы альтернатива, какая-нибудь белая Россия параллельно существовала. И в этом случае у нас был бы такой Тайвань, как в гражданской войне в Китае. У нас была бы альтернативная Россия, может быть, где-то на территории государств Врангеля, то есть Крым. Близкое при Черноморье, где там бы остались белые. Ну, потому что немецкая комендатура бы озаботилась со временем какими-нибудь людьми, которые бы помогли ей наладить порядок. Поэтому было бы такое вот, была бы такая ситуация. Но Германия сама бы долго не просуществовала, честно говоря. Поэтому трудно предсказать, что бы там произошло. Ну, понятно. То есть позитивно относитесь к Брестскому миру в целом? Нет, да? Конечно нет. Ну, плюс-минус получается нейтрально даже. Поймите, дело тут совсем не в этом. Дело в том, что большевики, у них была цель уничтожить Европу, не уничтожить Россию. Это слишком, понимаете, для Ленина это слишком мелкая цель, уничтожить какую-то Россию. Честно, большевики в страшном сне не видели, чтобы у них когда-нибудь была такая возможность захватить власть в России. Нет, черт возьми. Это кошмар вообще человека наяву, потому что Россия это отсталая капиталистическая страна. Какой ужас. То есть, главная цель, конечно, это была Германия. И уничтожить Германию была самая главная цель Владимира Ильича. Но Брестский мир это предательство, конечно. И Брестский мир это очень-очень плохо. Проблема-то как раз в том, что его не заключать-то благо и радость именно в интересах России. Но большевики интересами России, они в гробу видали, как саму Россию. А поэтому они шли на подписание такого мира. Собственно говоря, если мы его не подписываем, то может быть даже все было в статусе кво. Я не исключаю такой возможности. То есть, если бы Германия задохнулась, то в том случае Ленину бы досталась действительно Россия бы большевистская в границах 1914 года. Согласитесь, это уже гораздо интереснее сценарий. Ну, то есть, если бы декрет о мире, конечно, не прервал, по сути, сепаратное подписание... по пакту, который был заключен между странами Антанты, в таком случае Влад Ленин был бы еще одним государством-победителем, выходит, в Первой мировой войне. Ну, выходит, что и более того, он бы познанский выступ получил в результате этой войны по договорам с Антантой. В таком случае еще бы сказали, Владимир Ленин, вот как мы воевали при Владе Ленине, да. Так, может быть, было. Так, меня все еще слышно? Слышно все еще, это хорошо. Это хороший знак. Очень хорошо держимся, уже неплохо. Ну, давайте последняя фантазия, такая альтернативная история, только даже не в том смысле, что мы ее пытаемся переврать, а вот подумать, а что было бы, если слагательное наклонение такое внести в контексте размышлений об истории получится? Так, ну, то есть это не история, конечно же, а такой вот возможность, да, получается. А что было бы, если бы Николай II смог сохранить власть? Ну, если бы Николай II сохранил власть, у него было несколько возможностей для этого. Либо он мог бы довести до конца реформы конституционные, и в таком случае он бы стал конституционным монархом. Либо он мог не допустить ввязывания России в войну. Ну, это два, собственно, варианта, две развилки, которые у него были, такие опции. И в том, в другом случае он бы фактическую власть свою терял. Что наталкивает нас на мысль, что Николай все-таки не хотел свою фактическую власть терять, и... Один хороший современник употребляет в отношении него такое выражение. Мы не можем сказать точно, говорил ли Николай сам о нем или нет. Парламент – это как баллонка. Она красивая, ну и чтобы у ног не мешалось. Именно это во многом отношение к нашему парламентаризму и к демократии.
хотя многие до сих пор думают, что он великий демократ, подвела его до грани, при которой подписание акта об отречении стало просто неизбежным. То есть тут вариант только лишь не начинать ли войну, или если и начинать, то нужно вести реформы. Параллельно возглавить процесс социальный, который был очень глубок в России и не был до конца решен ни первой революции, ни даже февральской. Понятно. А теперь давайте... Я не про то, что большевики его решили, да, и я не тому говорю. И Октябрьский, конечно, тоже не был решен. Кстати, наверное, даже этот вопрос не решен до сих пор, как мне кажется. Ну хорошо, интересно. Ну вот мы пофантазировали. Теперь можем к более таким насущным, видимо, вещам перейти. Но в целом я как понятно планировал, что еще и меня, в общем-то, моя публика будет поддерживать вопросы. А кинь ссылку. Теперь кидаю, наша ссылка. Кидаю, я их рассылаю. У меня на странице она уже выложена. Но просто большинство моей публики, она в Ютубе. А как им передать это, я не знаю, честно говоря. А в сообществе в Ютубе можно написать пост. Так, где это? В канале Ютуба есть разные вкладки. Видео, плейлисты, и среди них есть вкладка под названием «Сообщество». Наши уважаемые зрители знают, о чем я говорю. Они всегда ходят в мое сообщество, чтобы узнать новости. Там можно пост написать. Понятно, сейчас посмотрим. Так, еще раз, где эта вкладка находится? Значит так, это страница твоего канала. Мой канал, вижу. Да, и там разные есть вкладки. Видео, плейлист, плейлисты, каналы. Сообщество обсуждение. Там должно быть. Обсуждение есть. Да, может быть оно, точно, оно может тоже быть. Так. Ну, наверное, никто этого не увидит, но я отправлю кадеж. Да, надо стараться. Господа, шлите донаты. Кстати, да, шлите донаты. Донаты, ссылки ниже в описании к этому видео. Задавайте их, пожалуйста, да. Смелее. Начнем наш длинный марафон. Так, давайте тогда ответим на более такой живой вопрос, такой вот животрепещущий. А кого бы вы выбрали, Соколов или Панасенков, уважаемый? Вот, обоих вы знаете, я думаю. Да, у одного учился, кстати, у Соколова. Ни того, ни другого. Они оба шизики, на самом деле. Оба поехавшие. А с точки зрения истории? Да тоже не поехавшие, с точки зрения истории и вообще по жизни. Ну, как вы можете выбирать между, я не знаю, ну это вопрос, между яблоком и, я не знаю, картошкой. Ну смысл-то, в общем-то, особенно не поменяется для меня. То есть одно и то же, по сути говоря, и их концепции, кстати, отличаются тем, что один говорит, что Николай, то есть, простите, Александр хотел развивать войну с Наполеоном, и это хорошо, но это правильно, это норм. А второй говорит, Александр хотел развивать войну с Наполеоном, это плохо. Ну, то есть вы вообще-то за одну и ту же концепцию выступаете, просто оценки ее разные. Этические причем, получается. Да, ну вы просто оцениваете ее по-разному. В чем ваша научная новизна, простите? Вы просто оцениваете по-другому, да, порой радикально по-другому, но вы просто оцениваете это. Вот и все. То есть заслуги вашей особой научной в этом нету. Это просто оценка. Это не какая-то теория, это оценка банальная. Если бы они что-то сделали еще, да, тогда можно поговорить об этом. А так нет, нет, здесь нет особого такого заслуги в том, чтобы переиначивать. Ага. А читали первую научную, великую? Читал, смотрел, и обзоры но смотрел. Там, по крайней мере, там есть непосредственно отрывок с разборами различных текстов. Но их там не очень много, там... В общем-то, автора, и уничтожением историков там других, там есть непосредственно какие-то содержательные вещи, наверное. Как их можно оценить? Ну, истории? Нормально, есть даже фактический материал там. Но не так, чтобы много. Я бы не сказал, что там было что-то революционное. Называть первой свой труд научной историей войны 12-го года, это как говорите. Здравствуйте, я гений. А вы чему? Так, я упоминал, что я гений. А вы чему? Вот так мог себе позволить, наверное, говорить только Исаак Ньютон. Исаак Ньютон был больным ублюдком, но гением, конечно. И на него лекции вообще никто не приходил, потому что он был зазнайкой. Он серьезно всегда показывал, насколько он умнее своих студентов. И ненавидел, когда его прибивают, в общем, задают вопросы. Ну, потому что это ниже моего ранга. Я первая научная история. А все, что было до меня, это как-то, ну... Это вообще не обсуждается. Это неинтересно. Это не
то, иными словами. Вот. То есть, все вот это как бы наживное. Господа, шлите, пожалуйста, донаты. Я отвечаю в прямом эфире вместе с нашим дорогим гостем. И я тоже дорогой гость этого гостя. Короче, у нас прекрасный стрим. Давайте, шлите донаты. Странная вещь произошла, в общем, очень странная. Причем вроде интернет, наверное, восстановился. Ну, давайте продолжим здесь, и потом, может, еще попробую у себя там что-нибудь один сделать. Давайте. Так вот, а что относительно Соколова-то можно сказать? Вот я просто его не читал тоже, в принципе. Вы у него учились, как я понимаю, как он, как историк, ну, уже, видимо, не очень хорошо какое. У него, может быть, есть какие-то свои труды, вот, еще более там фундаментальные, чем у Панасенкова, или такой же уровень. Если или говорить про труды, ну, они оба близки к публицистике, они совсем к истории, они близки к такому литературному жанру, они совсем к истории. Ну, если говорить про труды, у Соколова по количеству побольше, ну, потому что он должен был писать побольше, он все-таки по своему рангу, по своей профессии обязан, там, на симпозиумы всякие писать, там, отзывы. Ну, если сравнивать серьезно, то, ну, даже, наверное, Панасенков выигрывает по претенциозности, по презентации себя, потому что Соколов, ну, он, конечно, пытается вытягивать своей актерской игрой, но Панасенков он вытягивает другим чем-то, вот, понимаете, это безумие двух павлинов, которые сцепились друг с другом, причем не за самку, что самое это печально, просто я охренение тебя. Вот так приблизительно это все произошло. Ну ладно, Панасенков, но он такая медийная персона, и в принципе, но историками он не особо принят, как я понимаю. А Соколов-то, получается, он вполне так себе доцент, ученый. Ну, был, по крайней мере, до недавних событий. Да, с этой точки зрения он выше, да. Соколов действительно выше. Как он смог тогда взлететь? Соколов как смог взлететь? Да. Ну, как нормально, сначала закончил универ, потом защитил диссертацию, потом дальше понеслось. Ну, его чуть ли не великим наполеонистом кто-то называет. Ну, это изрядное преувеличение, на самом деле. Но то, что он первый, естественно, который был у нас награжден орденом почетного легиона, это да. Почетный реконструктор, это да. Регалии, это да. Но, как говорится, знаете, когда вы берете работу себе на дом и вас, себя Наполеоном считаете, это уже совсем другая история. Она не относится к сути ваших достижений. Они не искупают то, что вы делаете вне своей работы. Будь вы хоть трижды там кавалером ордена почетного легиона. И получается, он себя даже на занятиях, когда вел какие-то вот занятия, он себя также вот тоже представлял Наполеоном, или как это выглядело вообще? Было это так, что он приходил в мундире наполеоновской эпохи к нам на лекцию. Но шутка-то в том, что ладно бы на лекцию с Наполеоном, но он приходил на обычную лекцию. В этом было все. Вот в этом была проблема. Ладно бы он про Наполеона рассказывал на лекциях, где переодевался Наполеоном. Но проблема-то санитары вот в чем. Больной он приходит просто на каждую лекцию в костюме Наполеона. В этом проблема. Почему с ним ничего не сделали тогда, если он такой странный? Из-за ордена? Из-за заслуг таких? Да, конечно. Понятно. А почему с Владом Путиным у нас ничего не делать странно? Ведь печенеги у нас уже... Знаете, что недавно Путин... Песков объявил, что Путин стал вирусологом. Каким образом? Фиг его знает. Такие вопросы вообще не нужно задавать. Он стал им. Вот. Хорошо. То есть, понимаете, вот когда такой вопрос задают, а почему его уже в дурке давно не сидит, а в кресле президента? Ну потому что... Ну как вы ему скажете об этом? Ладно, когда закончим, кстати, с Соколом, надо по Путину будет пройтись. Как насчет такого вопроса? Да, пожалуйста. Хорошо. А, ну давайте тогда закончим здесь с Соколовым. А вот с Ещенко вы знакомы были непосредственно или вот так вот видели иногда, может? Да, это один хороший вопрос. Я на нем отвечал на некоторых стримах, где я был. Я знал Ещенко, я беседовал с ним, ну не так, чтобы сильно, и с подругами ее знаком был. Но... Это не тот человек, которым вам рисуют на каналах ТВ, в популярной хронике, в видео, которые привыкли вам вживлять идею о том, что все они, понимаете, сексуальные маньяки, жаждущие Соколова. Просто надо было
защитить свою работу. А Соколов единственный наполеонист в нашем вот университете, который настолько престижен, что его рецензия стоит дорого. Естественно, любой, будь вы там мужчина или женщина, вы захотите иметь с ним хорошие отношения. То есть это не обязательно, чтобы вы в постель к нему ложились, но хорошие отношения с человеком, который дает вам рецензию на научную работу, они как бы плюс. Вы же не хотите увидеть под конец, у нас на защите был такой случай, когда Новожилов, кажется, ну, сейчас боюсь сказать, кто это был, а то меня еще в предвзятости обвинят. Один из профессоров, который, ну, это был, ну, не последний, в общем, человек, внезапно рецензию изменил перед защитой самой. Это подстава подстав, что называется. Это ужасно, да. Причем не на плюс изменил, это было бы не подстава, а наоборот хорошо, да, а на минус. Причем дал оценку, чтобы не допущен был. То есть отрицательно очень плохую, чтобы не засчитали. Это на каком уровне образовательном? Это было на защите бакалаврской работы. Ну, это тоже... Но это все равно, черт возьми, подстава подстав. Ну, конечно. Господи, конечно. Это все равно очень неприятно. Но, к счастью, все обошлось. И мне было приятно видеть, но это как, знаете, как Нео из Матрицы. Это было так, что я, наверное, так не умею. Это был высший пилотаж. Это пули несутся в тебя просто. Это еще под конец оказывается в тебя. Это как там вас betrayal. Вы были преданы своим собственным научным руководителем. Я буду сражаться до конца. Вы желаете отступить, это там опция в игре, желаете отступить, я буду сражаться до конца, я буду сражаться против своего научного, против своего рецензента, я буду сражаться. Это у вас получилось или не у вас? Это у одного из наших получилось, я озаботился тем, чтобы с моим все было в порядке с самого начала до конца, я его контролировал, нет, я таких эксцессов не допускаю, что все должно быть заранее оговорено и все, вот. Прям за стол. Ну, это правильно, в будущем так и должно быть. Но, по крайней мере, на кандидатской такое, ну, непозволительно, потому что рецензии заранее сдаются. Их изменить, конечно, в принципе, нельзя резко. А вот, да. Но такое вот, все равно это неприятно, да. Но, да, к счастью, обошлось. Вот. А вот у Ещенко не обошлось, к сожалению, что. А тут гораздо хуже не обошлось. Ладно бы вам научную жизнь испортили, а тут, простите, тут уже... Тут даже не до смеха. Но, надо сказать, она не была первая, ведь были и до этого. Ну, то есть, хотя бы не смертельный случай, но, тем не менее, вызов приводы в полицию и всякое такое. Об этом, ну, это нормально, такая вещь, которую я слышал, точно было. Она еще писала, насколько я помню, у него. Последний раз я помню, как мы говорили, это про Наполеона и Аравию, кажется. Ну, то есть, и про его поход египетский. Вот, это все, что я помню о том, о чем... Ну, там еще у них какая-то работа была, о которой сейчас часто говорят, и еще про Александрийскую вот эту эпопею Наполеона, про вот поход на Акку, вот про это вот все было. Ну, скажу еще, что вместе с этим, сейчас у Соколова, еще какая-то студентка, насколько я помню... Тоже такой скандал был в 2010 году, правда, я не застал, я не учился тогда. По этому скандалу высказался... Еще раз, не расслышал? Там угрозы какие-то были вроде. Были, что-то в этом пытки духе. Пытки даже, какие-то пытки. По этому случаю высказался наш профессор Павел Александрович Кротов. Не знаю, известен ли этот персонаж философом. Но он поточные лекции ведет, поэтому я предположил, что вы его знаете. Павел Александрович, он прекрасен, он это божий одуванчик, он мой любимчик, короче говоря, не трогайте. Он сказал, знаете, отношения со студентками это нормальная традиция, которую не понять холопам. Ну то есть людям с низким интеллектом. Это уже устойчивое, вполне себе... оправданной исторической традицией вот отношения. Я сам был женат на 3 студентках. Вот сам, вот все. Правда, я боюсь вам сказать, потому что не знаю детально его биографию, был ли он женат на 3 студентках перманентно, а то я ему завидую уже. Если бы я был Павлом Александровичем Кротовым, я бы имел 3 студенток, тройной красотой был бы окружен. Вот такие интересные, мне понравилось. Он прав,
Он про правду сказал, потому что на философском такие же традиции тоже распространяются, поэтому очень-очень, да, действительно правдиво звучит. А между прочим, духовная скрепа. У нас в языческой Руси можно было иметь трех жен, четырех, нормально. Владимир разошелся, у него было больше 10. Но это, как говорится, насколько хватит вас, сколько у вас любви останется. А, ну, у нас такие, да, вот, Павел Александрович Кротов прекрасный человек. Он как-то раз нам преподавал, он петровской историей занимается, именно что 18 веком. Он убивал себя топором на нашей лекции. Он изображал себя герцога Берона и собственно, сам топор герцога Берона. Ну вот когда препод, доктор исторических наук, корчится перед вами в агонии на полу, вы задаетесь двумя вопросами. Вызывать не отложку или все-таки вызывать санитаров? Да, действительно. Ну так, вернемся к другому вопросу, связанному с Соколовым. Как думаете, почему он сошел с ума, во-первых? И это связано как-то с историческими науками? Потому что, вот как я вижу, историки многие так или иначе либо корчатся, либо что-то у них такое вот происходит, как у Панасенкова, например, тоже, или как у Соколова. Много таких вот прям вот живых историков, у которых психика не выдерживает. И как-то связано со всем этим? Смотрите, это не связано. Надо отличать, что многие из нас дышат воздухом. Это же не значит, что каждый из нас Гитлер, ибо Гитлер тоже дышал воздухом. Это вот из разряда, ну, знаете, у нас много же историков, которые живо рассказывают. А Соколов тоже живо рассказывал. Значит, каждый историк потенциальный убийца и расчленитель. Нет, конечно, не настолько. Нет, это вовсе не связано именно с тем, что он говорил. Потому что, открою секрет, я имел возможность с ним общаться. Ну, то есть, я имел возможность с ним учиться, я два семинара. То есть, одно лекционное курс у него послушал, второй семинарский курс. И, будучи с ним очень близко, ну, буквально по одну руку там, я имел возможность посмотреть на него вне вот рисунков, вне этой среды, где записывается его видео, вне среды, где он выпускает свои ролики, вне среды, где он у гоблина Пучкова приходит. И это невероятно жестокий человек. А вот он, это понимаете, как мы сейчас после стрима снимем свои маски и будем жить нормальной жизнью. А только в отличие вот от нас, у Соколова это когда выключается сам эфир, и в реальной жизни даже со студентами, подразумевающими социальность и публичность, он ведет себя как последняя тварь. Ну, последняя тварь, потому что он, во-первых, не чрезвычайно требовательный, а во-вторых, требовательный в самом плохом, едком смысле этого слова. Он, знаете, хлестает, то есть кнут, надо это сделать, вот это самое не сделаешь, дурак, сволочь и так далее. И вот эта вот хлесткость, это жесткость, она в настоящем Соколове есть. Вот представьте себе Эдварда Радзинского, который выходит после передачи и наконец-то вытирает пот со лба, достает плеточку, надевает мундир СС и выходит в подвал. Ну а теперь наконец-то я могу побыть с собой. Нет, вот это не срабатывает, ну не срабатывает с этими людьми. А если бы вы посмотрели на него просто как на человека, даже в пределах нашего вот, у нас был класс там не очень большой, 7 вроде человек вместе с ним обучалось, ну, я про семинарское занятие, я не про лекции, которые поточные, там 7 человек обычно приходит, вы можете спокойно поглядеть на него, как он есть, без купюр, что называется, это, поверьте, в зрелище не из самых приятных, это вот, ну, я не знаю, как-то еще, вот, ваш начальник райкома какой-нибудь, на собрании, начальник райкома, Сидоров, жопу сюда иди, я сейчас возьму тебя за жопу, Сидоров, потому что ты не сделал мне вот эту домашку, так, сейчас, тебя отдеру, как Сидорову козу, сволочь, тварь, это, знаете, как Жириновский, мерзавцы, негодяи, подонки. То есть он прям оскорблял, да, вполне допустим. Ну что, это я для упрощения, то есть это, конечно, упрощение, но известная грубость, она, ну, прямо чувствуется. Не в смысле, что он переходил на грубости. Грубость можно по-разному, на самом деле, ощутить, и психологический дискомфорт, вызванный человеком, который от вас, ну, вас дерет просто, потому что он вызывает вас на то, чтобы вы выкладывались, не в том смысле даже, чтобы выложиться для науки, а для себя только, она показана.
То есть человек, который не думает о вас, серьезно. Человек, которому гораздо важнее вот совершенно другие вещи. Понятно, интересно, интересно. Ну, давайте тогда от Соколова уже отстанем. Ну, что его обсуждать, в принципе. Я бы на своем стриме, наверное, так бы тоже долго бы не стал его обсуждать, ввиду того, что были бы другие вопросы, более, наверное, интересные. А что с Путиным? Почему у вас такие вот отношения плохие, так скажем, с Владимиром Владимировичем? Прям настолько негативные. Да почему негативное? Как можно относиться негативно к больному человеку, к старому больному человеку? Нужно относиться вполне себе снисходительно. Ну, человек старый, ну, человек поехал кукухой, ну, человек управляет огромной державой с ядерным оружием. Но что может пойти не так, как бы, с этими вводными, что может пойти не так? Мы праведники, понимаете, попадем в рай, а они просто сдохнут. Да, мне... это было смешно. Это было смешно. Это было забавно, но мне было не смешно. Но мне было не смешно. Мы как праведники. Знаете, эта речь похожа на речь какого-нибудь хасида. Ну, да, я вот сразу представил бороду, какой-нибудь черный флаг мусульманский, поет какая-нибудь песня их национальная. Мы как праведники попадем в рай. Это так и было, действительно. Это было, вот это было что-то. Это было оно, да. Как я понял, у вас какие-то, в общем-то, видео из политического, так, политической направленности, притом не исторические. Скажу, все мои исторические видео политические, потому что у нас о политике нельзя говорить прямо. Языком политики у нас говорит история. И этому есть множество доказательств в нашей стране. Недавние эти эпопеи с бюстами Сталина, с статуей Владимира в Москве, с, да черт возьми, даже парадом Победы. И совсем недавно у нас Мединский вот вышел, опять его выпнули из Министерства культуры, засветился с памятником Ивану Третьему. В общем, вся наша политика – это история. Просто история. Помните, недавно половцы были, да? Печенеги половцы. Откуда это, блин? Вы представляете себе, сейчас я представлю себе, репрезентирую. Королева Queen Elizabeth II выступает из Виндзорского замка. Она обращается к нации в связи с коронавирусом. We remember this time when the Celts... Ну или кто-нибудь там, Scottish Islands, вот эти вот какие-нибудь, Barbarians, Invaded. Она, может быть, и помнит, кстати, она, может быть, и помнит, так что... Dinosaurs! Вот это вот, это вот ощущение того, что мы в опасности, ощущение того, что мы все время в угрозе, оно ведь неспроста взялось, оно имеет глубокие корни, но этот аффект, который даже перестал с точки зрения простой геополитики быть актуальным, он продолжается существовать в этой исторической реальности. Мы осажденная крепость. Мы постоянно подвергаемся нападкам. Везде у нас где-то враг находится. Враг на южных степях, враг на границах. Враг с запада идет, тефтоны. Враг с востока, там идет Великая Орда какая-нибудь. Повсюду какой-нибудь враг находится. И вот этот большой комплекс, который имеет под собой историческую основу, в нашем времени становится комплексом миражей. И препятствует нам понять себя как весьма таких небоящихся и гордых людей. То есть у нас нет этого самого. Даже в победе мы чувствуем какой-то, знаете, горечь везде. Победа, но со слезами на глазах. И вот это вот не только потому, что потери. Понимаете, есть такая штука. Это вот неполная уверенность даже в этом. Неполная уверенность в том, неполная уверенность в всем. Поэтому у нас есть тяга к радикализму в нашей стране. Либо туда, либо сюда. Вертайте уже, ну на максимум, как Петр Великий. Вы сосбродобрите тайм, боярс. Что-то в духе священного, выплескивающего всю энергию создания, выплескивающего всю энергию вот этого вот кома, что разрешает противоречие. Александр, который рубит Гордиев узел. Это в нас есть, и от этого надо отходить, чтобы почувствовать себя подлинно спокойно и великими. Потому что великие, они не боятся врагов, которые их окружают. Британская империя поначалу тоже очень боялась мира, который перед ней открылся, и пространств моря, потому что британцы на самом деле были не морской державой, они очень боялись плавать, особенно в первые годы становления колониальной державой. Но потом они привыкли к тому, что на самом деле мир не против них.
Это мир должен кланяться нам, а не против нас быть, что называется. Или, как сказал Роберт Дженкинсон, первый премьер-министр Британии, начавший такую жесткую политику, я считаю свои длинные измерения не в километрах в час, не в километрах в час скорость измеряется, а в чашке чая на колонизированную нацию. Я допиваю, как говорится, я пришел сюда, чтобы колонизировать Бирму и допить чай. И, как видите, чай я уже допил. Да, интересно. Но просто у вас есть именно предметно, именно вот так, с точки зрения науки предметно, вот политические видео, политическая программа даже какая-то там недавно была выложена в 5 пунктах, например. А, это было, да, это было. Это было что-то. Прям на канале наверху висит, прям на самом деле. Да, это было, точно. А это какой-то реальный проект, который вот реально... Это 5 шагов к созданию русского национального государства. Да, как я понял, до этого еще было бы больше видео такое. Да, там ссылка есть, ссылка там есть. Я посмотрю видео. Видимо, уже сегодня, потому что там я все сегодня не успел посмотреть. У нас есть вопрос. Это, кстати, вопрос вот такой серьезный для всех, не только для националистов, да, а вообще для всех. Как нам создать движение политическое, которое сможет изменить Россию к лучшему, которое сможет заменить Путина, которое сможет решить наш Гордиев узел проблем, которое закончит эту точку бифуркации под странным названием Российской Федерации, которое поставит вам точку, куда мы вообще идем. А если Влада спросить, куда мы идем, ну, знаете, Влад ответит хорошей фразой, я ее слышал буквально на, это был, значит, как его зовут, Мор. Точно. Константин Мор, тверской губернатор, если мне не ошибается память, Мор, он сказал, мы идем вперед, влево, вправо, назад и во всех направлениях. Когда он отчитывался о том, куда идет Тверская область, там вот Тюмень, вот. Когда он говорил о стратегической направленности вот, политики Путина в Тюмени, он сказал, мы идем вперед. Мы идем влево, мы идем вправо, мы идем назад, мы идем во всех направлениях. Отлично. То есть надо наконец-то не через губу сказать, кто мы и куда мы идем. Для людей, которые живут на Западе, вопроса, кто они, нету и куда они идут, нету. Нет секрета для того, куда идет Америка и какую репрезентативную культуру они себе сейчас насаждают. Но мы себе такое не можем вообще понять, создать. После Советского Союза у нас нет ничего нормально понятного, что, куда мы сейчас, какая, что это происходит со мной, что это такое. И я делал видео о том, как нам создать движение, которое сможет заявить о себе. Как нам создать движение, которое сможет стать альтернативой. Отлично. Кстати, можно небольшую рекламную интеграцию? Я просто книжки пишу, и у меня да. Вот книжка есть. Конечно. «Вечный Путин» называется. Так. Это фантазия юмористическая, сатирическая на тему... О том, что бы случилось, если бы Путин стал бессмертный. Путин и все его клоны там всякие, знаете, есть еще легенда о том, что у Путина много клонов. В общем, я раскрыл эту тему в данной книге, и она довольно-таки забавная, сатирическая книжка. Можно кого-нибудь почитать, кто-то захочет. Кстати, дайте, пожалуйста, на мои ресурсы тоже там, видимо, где-нибудь. Там. Да, мы как только закончим, хорошо, сразу я ссылку дам. Чтобы люди тоже могли там со мной потусить. Думаю, в общем-то, с вами, видимо, еще мы, наверное, надеюсь, встретимся несколько раз. Да. Как думаете? Да, мне понравилось. Надеюсь, в следующий раз я смогу вас еще нормально опросить. Давайте о чем еще можно побеседовать с вами? О чем еще? Обо мне можно много беседовать. Я, да, я по архитектуре, по только узкой такой специальности биологии, про продление жизни, кстати. Да, меня это очень интересует. Жизни. А что будет, если продлят жизнь Владимиру Путину? На 200 лет, да. Нет, мне интересует, наоборот, как обрести вечную жизнь, не как... А-а-а. Ну, я в смысле не вечную в духовном плане, а именно, что вечную в биологическом плане. Да-да-да, ну вот что будет, если Владимир Путин обретет вечную жизнь, и как быть вообще? Это конец истории, получается? Смотрите, есть такая штука в Crusader Kings 2, как бессмертие. Если ваш персонаж обретает бессмертие, эта ачивка очень мощная. Вы не умеете умереть, просто естественно смерть. Вы можете 1000 лет жить, 2000, сколько захотите. Не стареть ни на день, и так далее. Но вместе с этим ваши придворные получают большой-большой минус к отношению к вам.
которая называется «Подозрение к бессмертию». Ибо если вы единственный бессмертный среди смертных, смертные не будут стоять вот так просто. И, они же прочухают, люди не глупые. А, то есть это, блин, вы нас подсаживаете, да? То есть это навсегда, да? Ты чел, решил сесть, и вот, блин, все, да? Мы умрем, наши дети умрут, а ты не изменишься ни на один день. Выходит так, сволочь, делись секретом, иными словами. Мы тоже хотим. Но это если самый такой благовидный вариант. Ведь последствия бессмертия еще переводятся в такую фразу, которую сказал доктор Вогель, занимающийся сейчас энзимами крови, трансплантологией. И он сказал, у Эльронда, ну то есть это персонаж из «Властелина колец», бессмертный эльф Эльдар, у Эльронда не может быть пенсии. Ну, это он пошутил, но шутка, она очень большая и значимая, потому что если мы дойдем до такого состояния, при котором человек сможет неограниченное количество времени поддерживать себе пик формы физической активности, мы, по сути говоря, столкнемся с тем, что предрекают многие правые либертарианцы и так далее. То есть зачем пенсия вообще будет нужна, если старости не будет? Никто не будет стареть. Если никто не будет стареть, то пенсия как таковая не будет нужна в целом. Но это еще только один момент. Некоторые считают, что если мы добьемся такого возможности социальной репродукции людей в искусственных утробах, то есть не с помощью естественного рождения, а сможем выращивать людей в пробирках, то мы получим поколение молний, ну, в смысле, что они будут более активными, чем поколение, рожденное просто без утробы, в связи с какими-то, видимо, изменениями в составе этого питательного вещества, которое в естественном сырье в меньшей доле, а вот в искусственных artificial womb, так называемых матках, будет больше, мы столкнемся с, наоборот, омоложением Европы. То есть не старением сейчас, как принято, а наоборот диким омоложением, потому что молодых станет больше, чем стариков. И это вызовет непредсказуемые социальные последствия. Как мы знаем, во многих конфликтах, и предвещая эти конфликты, во-первых, рождается очень много молодых людей, которым нужно выплеснуть энергию свою. Ну и перед революцией тоже, собственно говоря, такая же интересное расслоение происходит. И с другой стороны, вместе с этим иногда перед войнами рождается больше мальчиков. Это скорее байка такая, но если экстраполировать ее на весь человеческий вид, то можно сказать, что вообще омоложение человечества, если оно вообще будет осуществлено, приведет к непредсказуемым социальным потрясениям, тем или иным войнам или просто каким-то переворотом, изменением социальной жизни, но мир просто не будет прежним никогда, если мы до этого дойдем. Возможно, как говорят, образование станет для нас не периодом вот нашего отрочества, юности. Возможно будет, что если мы будем вечно сохранять возраст свой, то образование может затянуться там. Например, человек сейчас уже прямо, мы наблюдаем 30-летних людей, которые ходят в университет, например. Продолжают ходить в университет, получают какое-то 10-е, там, не знаю, 6-е образование. То есть студенты, 30-летние студенты, это может стать реально вот символом нового времени. Или если мы экстраполируем дальше, то вообще период нашего обучения может значительно удлиниться. То есть возможно, что человечество вновь сядет за парты. Буквально. И в таком случае мы получим вот реально, что мы дольше будем жить, и, возможно, в этой самой жизни мы дольше будем обучаться. Может быть, не закончится 10 просто годами школы, 11 годами школы или университета, мы можем будем дальше вообще, в принципе, развиваться. Кто его знает. Серьезно, последствия вот этой перемены социальной никто проследить не может. Притом, если брать такой вот серьезный социальный сдвиг, то и диктаторы, с другой стороны, тоже будут жить вечно. И в таком случае нам не поздоровится. Ким Чен Ын, я не мониторю. Что с Ким Чен Ыном? Он уже все он или... Он выжил вроде, я не знаю. Он я выжил. Я не знаю, честно говоря. Вроде он жив. Вот, представьте, как Ким Е Джон обидится. Братец, я хотел зайти на престол, но ты сейчас будешь жить вечно. С другой стороны, кстати, да. Бессмертие отнюдь не означает неуязвимость. В этом же самом Crusader Kings. Ну, это называется относительное бессмертие. Да, это относительное. Точно. Поэтому Ким Е Джон еще может как-то, как в стиле Короля Льва, бросить Ким Чен Ына с башни. Long live the king! Long live the queen, вообще-то, да. Ну, в общем, вот так. Так что никто, ну, конечно, вы не будете стареть, но никто не гарантирует, что вы не можете по неестественным причинам умереть.
исследуя такое вот бессмертное существо. Кстати, вот есть такая шутка философская. Наконец-то я могу козырнуть с этим. Шутка, шутка, ну да хорошо. Есть такая вещь в философии, что... Ну, вообще-то бессмертие это как бы не надо. Это, ну, знаете, это излишнее. Оно, как сладкий торт, оно вот развращает человека. Ну, то есть, знаете, что вообще-то лучше бы, если бы наш путь был конечен, мы бы тогда старались больше, так вкладывались там сильнее. Это очень приятная романтика, что мы должны пережить все вот эти вот гаммы ощущений, юность. В конце концов, старость – это естественная штука, да? И вот появляется мем Нуктрикула. Мем Нуктрикула, который говорит буквально следующее. Нуктрикула – это такая медуза, которая живет бессмертно. Она реально бессмертна. Она не может умереть. И она вечно молода. Может, но... Ну, опять же, относительно бессмертная получается. Она... Ну, его можно убить. Рыба питается. Ее можно сжечь. Там, ее можно сжечь. Да. Но это, опять же, опрокидывает представление о том, что... Смерть, она как бы естественна, она природой заложена, это скрепа. Ничего на самом деле подобного. И находятся, кстати, существа, которые вместе с Нуктрикулой также повторяют такие циклы. И они потенциально бессмертны. И вот когда Нуктрикулу высушил первый исследователь этих самых медуз, он думал, что они погибнут. Ну, то есть воду выкачал из аквариума. Ну, все. Думал, что умрут. Оказалось, что Нуктрикула не просто не умерла, а как мне подписчики еще сказали, надавала ему люлей. Ну, в том смысле, что он ожидал, что медуза погибнет, а оказывается, она вернулась к эмбриональному состоянию. Она просто в эмбрион превратилась, и она при добавлении водички снова ожила. Это феникс буквально. Это настоящий феникс, черт возьми. Это тот же самый феникс, который восстает бесконечно из пепла. И как нельзя кстати, я в конце и говорил, что а может быть наша Европа и наш мир, на котором поставили крест на западной цивилизации, то же самое, как феникс, как эта маленькая Нуктрикула, еще надает вам лещей. Все, кто подумал, что она умерла. Вот таким образом. Ну, я думаю, сопротивление таким вот концепциям бессмертия, они в основном из христианства. Но это религиозные концепции. Да. В христианстве и прочих таких вот религиозных течениях подразумевается, что смерть, она вот прям вообще нужна. Вот просто все самое лучшее будет после смерти. Все, что здесь, это плохо. Все, что здесь, это отстой, как бы, все. Ну, здесь как бы мы мучаемся, здесь мы отбываем наказание, проходим испытания. А там будет уже лучше. Вот. Там уже будет настоящий уровень, как бы. Вот, поэтому, а что бессмертие? Ну, христиане, кстати, часто против всяких таких трансгуманистических концепций и против разработки средств для бессмертия. Вот, нередко такое бывает. С этим, кстати, я очень дико спорю всегда. И я против тех правых, которые выступают с традиционных таких позиций. Потому что считаю, что это те же самые левые. Ну, знаете, христианство, оно очень похоже на коммунизм, потому что нет ни эллина, ни иудея. Равенство, братство. Да, в общем, есть определенный эгалитаризм там присутствует, ибо все мы смертны. И это очень важно, поэтому христиане будут говорить, это очень важно всем вам умереть. Очень важно, потому что в этом равенство. Христианство оправдывает насилие, опять же, левые тоже не чужды насилия. Христианство говорит нам о миксе народов, причем, если вы посмотрите ранние визированные грамоты послов, они не подписываются, что они послы Франции там, или послы Англии. В отношении с другими государствами, особенно с мусульманским миром, они называют себя христовым государством. То есть это опять же вроде СССР такого. Причем для людей, которые жили в это время, что для людей, которые жили в компании Лацио или в каком-нибудь Нормандской Галлии, для них не было понятия, что они французы, например, и что они итальянцы. Было понятие единой церкви матери, латинский язык как основной, и мы все являемся паствой Христовой. В этом смысле мы товарищи единые. И грубо говоря, что вот именно такая вот штука, что мы товарищи единые. И показывает, насколько они вот действительно близки к этому. А чтобы победить, мне кажется, нужно как раз наоборот возглавлять эту волну прогресса. Господа, пожалуйста, задавайте нам вопросы, и мне очень стыдно, что нам не присылают донатов. Я очень стараюсь вам понравиться, господа. Давайте.
Вот тут у меня друзья, они пришли с моего канала, все, вся моя компания. Большое вам спасибо. По возможности подпишитесь на мой канал, вам точно тут понравится. Они написались там, написали, но они вопросы не задают какие-то существенные. Задавайте вопросы, господа, задавайте вопросы. Вы там столько вопросов задавали у меня, а что-то тут затихли. А, вот, стесняются они, видимо, здесь. А, ну вот, 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 вот. Вот, там был вопрос про философию истории. Какой школе, например, вы больше даете предпочтение, или у вас вообще-то не изучается? Как это вообще? Так, ну, значит, что касается философии истории. В истории нет философии. Это во-первых. Философия — это не история. Нет, нет такое направление. Есть такое направление. Философия истории. Там изучаются различные методы, методологии истории. Это не философия, это методология. Это именно что методология. Потому что... Методология — это философия почти всегда, к сожалению. И даже в естественных науках. Такие базовые положения, они всегда через философию проходят. Ну вот. Я беспринципный сволочь, не признающий мораль, не признающий этику, не ищущий высших смыслов, мне далеко плевать на них. История не учит ничему, серьезно, да, не ищите там ничего. История наказывает, но это она умеет делать серьезно. Объясню, почему она не учит, а только наказывает. Вы можете, это как, знаете, прохождение Dark Souls 2. Вот история — это как игра Dark Souls 2. Это комнатка BDSM. Добро пожаловать, присаживайтесь. За любую ошибку мы будем вас стегать, что называется. И вы не можете понять механизма. Игра, это вот самая история, она специально скрывает от вас вот этот сакральный механизм, почему она вас бьет. Итак, хороший пример. Игра на два фронта или война на два фронта губительна. Это так? Вопрос. Как кажется? Не знаю, неважно. Некоторые говорят, что... Некоторые говорят, что это апостолическая истина даже. Ну, то есть, проводят, что, знаете, ну, Гитлер, он идиот. Потому что он вел войну на два фронта. Ну, кто-то, видимо, побеждал на протяжении истории в таких... Побеждали и в войне на три, и на четыре фронта. Причем Германия же. Я не говорю о том, что какая-то другая страна, а Германия побеждала в войне на три фронта. И Гитлер имел перед собой пример Фридриха II, например, который воевал вообще практически со всеми. С Францией, с Австрией и с Россией. Параллельно воевал. Понимаете, параллельно. Поэтому вы еще говорите, ну, знаете, ну, Гитлер должен был понимать. Это вот мы, пресыщенные люди, расслабленные, сидящие на диванах, с высоты этих лет говорим, о, ну, так идет же, ну, черт возьми. Все было понятно, все уже написано в учебнике, я прочитал, да. Но в реальности это не так. Или, например, поход в Россию — это стопроцентная смерть, Россию победить невозможно. Это, ну, вот, о, все. Это смешно. Или, например, да, нападать на Россию зимой — это вообще страшно. Если я не ошибаюсь, у России, наверное, из всех войн там поражений, ну, если не половина, то близко к такому. Ну, у нас близко поражение, но сейчас я скажу про такой мем. Его очень часто говорят, ну, нападать на Россию зимой, мем просто, да? Да, да. Хотя никто не вспоминает вдруг, что самое тяжелое поражение наше, причем отбросившее нас в 200 лет в зависимость от татаро-монгольского ига, началось зимой, и зимой же войска монголо-татар нас всех разбили в это время. Ну, они, видимо, умели воевать зимой. Монголо-татары же, они... Да, они, конечно, у них там степь. Они как раз умели... Дело-то в том, что они как раз умели воевать. Они не знали, что такое снег еще до того, как они вошли в Россию. И они победили зимой. Черт возьми, не победили нас зимой именно. И никто, и никакая зима, и никакой, знаете, вот, никакой Дед Мороз нас как-то не защитил. Так что вот, кстати, еще есть такой, про Наполеона, кстати, да. Говорят сейчас, генерал Наполеон — они редкие сволочи на самом деле. И с этой точки зрения Наполеону можно позавидовать, то есть посочувствовать, да, посочувствовать. Потому что вот сейчас все генералы, которые написали после Наполеона, выжившие, мемуары, они пишут: Наполеон, ну, идиот, ну, мы знали. С самого начала, что Наполеон идиот вообще, просто, полный идиот. Как можно воевать в России? Ну вот это же невозможно. Это же партизанское движение. Это же огромное расстояние. Это вот, ну вот, ну вот все. Ну вот было понятно сразу, кто Наполеон переходил. Почти победил при этом. Да. Но я открою секрет. Это вот они пишут после наполеоновской. Вот да. Когда стало понятно, что Наполеон уже все. О, мы знали, что Гитлер был плохим. О, мы знали всегда. Но если почитать их мемуары, это интересно. Вот Соколов, он приводит интересные мемуары полководцев во время этого похода. Это гораздо интереснее. То есть, они тоже оставляли наметки. И я просто процитирую некоторые наметки. Вот маршал Наполеона, кажется, Даву пишет.
Спасибо вам большое, кстати, за донат. Сейчас мы его прочтем. Вот я просто процитирую этот момент. Гениально! Это величайший поход в истории. Дальше только Азия, только Индия, только весь мир. Замкнем великую цепь времен. Наш великий император объединит океаны. Это гениальная идея. На Владивосток, черт возьми. Мы согнем Азию. Мы у оси Азии находимся. Сейчас эти восьмирукие проститутки вот уже там, далеко. Индия маячит с вами. Вот это вот, что они писали. То есть надо понимать, что когда уже вы на взлете, когда вы идете в поход, а вот и про Гитлера, и про Наполеона что-то вот плохого так никто не говорил. О, ну идиот же, идиот! Поверьте, вот в этот момент никто даже не посмел заикнуться. Начало всех этих войн, и наполеоновской, и гитлеровской, они были очень уверенными в этом смысле. Ну, то есть... Да главное не то, что они, главное, что и другие были уверены. Ну, действительно, мощь какая прямо. Спасибо вам большое за донат, я его сейчас прочту. Пожалуйста, шлите донаты, мы скоро перейдем к стриму с Керенским, не переживайте. А когда вас удобнее, кстати, будет покинуть? Ну, потому что у нас еще полчасика есть, у нас еще полчасика есть. Хорошо, давайте до 30 минут тогда получается. Давайте так. Ник Ива прислал нам 50 рублей. Большое вам спасибо. Спасибо вам за стрим. А насколько повлиял на Германию опыт Первой мировой во Вторую? Непосредственно повлиял. Германия извлекла уроки из плана Шлиффена. План Шлиффена — это как раз дверь, ударяющая по Франции. Но в отличие, кстати, от Первой мировой, во Второй мировой они модернизировали план Шлиффена. И поняв, что чтобы предотвратить бегство к морю, необходим отвлекающий маневр, во-первых, а во-вторых, чтобы предотвратить его, нужно не задерживаться вообще на каких-то позициях, не подкреплять пехоту танками, а просто танками идти, не давая возможности опомниться. Блин, что происходит? Танки входят в наш город, чьи это танки? Вот, в этом смысле, конечно, опыт Первой мировой повлиял. Неудачи на французском театре, они были извлечены в полной мере. Да. Задавайте вопросы, господа, шлите их. Я мечтаю вот ответить. Там вопрос недонатный есть, правда, вот от моих тоже вот товарищей. Да. Есть ли конец у истории такой вопрос? Апокалипсис, коммунизм, киберпанк или что-то такое? Многие тоталитарные диктаторы и поехавшие ублюдки считают, что да. Да, действительно. Какой-то конец есть, ну, считают некоторые, да, есть какой-то конец. Знаете, когда Советский Союз рухнул, есть анекдот, я вам расскажу, я всегда привожу его моим уважаемым подписчикам, будете кичевать и понтоваться им. Анекдот называется «Звонок Билла Клинтона Ельцину». Ну, понятно, что тогда не был Билл Клинтон, там был Буш, но это не важно, это народный анекдот. Крах Советского Союза. Ельцин звонит в Белый дом и говорит: «Господин президент, Советского Союза больше нет, и с Рождеством можете спать спокойно, так сказать, все, конец». И как считают вот советские, кто придумал этот анекдот, на этом анекдот заканчивается. Но на самом деле анекдот продолжался, потому что следующая фраза Билла была: «Боря, стой. У кого ядерный чемоданчик? У кого ядерный чемоданчик? Боря, не вешай трубку! У кого ядерный чемоданчик?» Ну, то есть, вы понимаете, огромная сверхдержава с ядерным оружием разваливается. Да. Ельцин говорит об этом как о хорошем событии. Блин, а у кого ядерное оружие? Поверьте, вот не было, наверное, большего заступника Запада, чем Билл Клинтон, Советского Союза, чем Билл Клинтон. Потому что, господи, вот самое страшное, что мог придумать Запад, это развал Советского Союза. Потому что непонятно, с кем вообще вести переговоры. Они, конечно, хотели, чтобы мы поменяли, то есть, чтобы у нас Советский Союз стал другим государством. Радио «Свобода» публиковало полное вот очертание Советского Союза, «Свободная Россия» писала. Но вот, блин, в самом страшном сне, в самом диком кошмаре представить, чтобы из этого государства еще 15 каких-то князьков появилось, причем два из них имели бы ядерное оружие. Я шучу таким образом. Ты хочешь сказать, у великих украинцев тоже теперь? У Украины тоже есть ядерное оружие? Боря, подожди, у Украины есть ядерное оружие. Вот, понимаете, Запад не любит нас, да, но
поверьте, вот его нелюбовь к нам, она ограничивается как раз вот этим. То есть нет еще более страшной вещи для Запада, чем гибель Советского Союза. А, ну, потому что, господи, как оправдывать гигантские военные бюджеты, на которые просто в молоко уходили и распиливали в Соединенных Штатах? А как горевал Госдепартамент Соединенных Штатов, когда развалился Советский Союз? Я даже не буду говорить, не плакали, господи, нам урезали финансирование, против кого нам сразу? А после, а уж НАТО как было опечально, представьте себе, блин, зачем мы тут? К чему это? Конец истории пришел. Это конец. Это... Вот поэтому, кстати, Фукуяма и написал этот свой знаменитый конец истории. Это, блин, конец. Куда? Куда идти? Кто я? Что называется? Кто я? Где я? А, но, как оказалось, надо было истории чуть-чуть подразмяться. И все вернулось на прежние круги своя. Снова появился смысл какой-то. Ну да. Ну, Фукуяма, я, наоборот, кстати, заметил позитивный такой аспект, согласно которому, ну вот, мы достигли максимума капиталистического общества, лучше уже не будет, как бы. Ну, вот, вот как-то вот такой я уловил у него посыл. И как только вы заявляете, что лучше быть не может, история улыбается. Ай, вы сволочи, может. Я вам сейчас покажу, как еще может быть. А может быть и хуже. По-разному может быть. В 1914 году не было ни одного человека, который бы не пророчил России величайшее будущее из всех. В начале войны о России пели легенды даже в стане наших врагов. И германский кайзер Вильгельм боялся, что Россия поглотит Европу. Что дальше Россия уже будет просто ее ничем не остановить. А Россию во время Первой мировой называли роулинг, сейчас паровой каток. Steam, сейчас роулинг Steam, вот паровой каток, который давит все. А казалось, для всех было очевидно, что Россия станет будущей сверхдержавой. То есть... Америка даже не была таком в умах людей настолько могущественной, настолько вот убер-зубер накрученной, чем Россия. И все было очевидно, и всем было вроде бы понятно, ну вот, все уже, конец. Николая рисовали таким спрутом, ласкающим в тентаклях весь мир. Что называется, теория Голковского о том, кто главный криптодоминатор в мире, было очевидно для людей начала 20 века. Это, конечно же, Николай. Вот его усищи, это тентакли, которые ласкают весь мир. И все, как бы, и больше ничего. Если бы появился тогда человек, вот из нашего времени, который, парни, через 5 лет эта страна просто развалится, это бомба, сейчас власть захватят террористы, понимаете? Понимаете? Вот понимаете, его бы сказали... Николай еще тряпкой будут называть. Да. Шуя, шуя, ловите, ловите, шизы, санитары, санитары, ловите этого человека. Ну просто, если бы вот мы сказали это вот сейчас там этим людям из того времени, ну шуя, санитары, скорее ловите, санитары, сбежал клиент. Так что история такая хитрая, что нет, там никакого вот страшного заговора, это имя Dark Souls. Вы думаете, что вы сейчас пройдете этого босса? Да, я подготовлен, я уверен, у меня есть план, и я его придерживаюсь. Ничего не может пойти не так. Что может пойти не так? Я все предусмотрел. Какой ты самоуверенный, мне это нравится. Отлично. Давайте еще один такой сущностный, околофилософский, такой межфилософский, межисторический вопрос. Что определяет движение истории? В скобочках экономика, культура, личности, ну или может быть божий промысел? Такой вопрос. Ну ясно, с божьим промыслом все, конечно. Я бы определил его как пиздец. Пиздец, наверное, самое наиболее объективное определение, что движет ходом истории. То есть хаос, рандом, что тогда получается? Или... Ну, все-таки, наверное, пиздец, потому что хаос, рандом, он все-таки действительно хаос и рандом. Понимаете, даже когда вы подготовитесь к какому-то событию и банально вроде бы изучите его уроки, вроде бы будете прежним учеником и постараетесь максимально извлечь вот все ошибки, никто вас не гарантирует от того, что история перевернет вашу шахматную доску, где вы собирались играть в шахматы, и начнет играть с вами в покер. Я готовился, я стал гроссмейстером по шахматам, вот сейчас я тебя уделаю, да? И история, понимаете, опрокидывает вас и говорит, мы играем в покер. Мы просто решили играть в покер. Поэтому... Я с вами согласен абсолютно, кстати, ввиду этого. Многие просто трактуют наоборот, вот история, все повторяется, все так, уроки надо эти учитывать, она дает уроки, поэтому нужно учить историю. Вот такая вот тенденция у многих таких... Даже историков, наверное, есть она. Знаете, вот от историка, наверное, меньше всего ожидают такой позиции. Потому что историк обычно на зерганной вот этой истории, он скажет вам, что, ну, все-таки урок есть, да, их надо учить. Зачем я все-таки просил
просиживал 6 лет в своем вузе. Как сказал доктор Кло в «Инспекторе Гаджете», когда его назвали мистер Кло, извините, доктор, я не зря, сколько нужно для доктора? 6 лет сидел в это, я... Ну, сколько для доктора нужно там лет? Какого? Посидеть? Именно доктора врача, в смысле? Ну, не, нет, доктор наук каких-то, доктор наук. А, доктор наук, это сначала кандидатскую нужно получить. Ну, скорее всего, у них просто PhD. Это да, это плюс, ну, минимум, не знаю, у нас это 3 года, я не знаю, как за границей. В общем, доктор Клоба так сказал, я не зря 3 года просиживал штаны, чтобы меня назвали мистер. Извините, имейте уважение, доктор Кло, как сказал в мультике 84-го года доктор Кло. Обращайтесь к мне, доктор. Вот это именно вот тот самый момент. Вот... Вы можете подготовиться ко всему, но самая, наверное, лучшая подготовка к тому уроку истории, то есть вообще к ее испытаниям, это готовиться ко всему. Или наоборот, знаете, самая удачная подготовка – это быть, ну, что называется, гибким. Быть гибким. Это даже не подготовиться к чему-то, да, а быть очень гибким, уметь реагировать. Вот это, наверное, самый лучший совет для тех, кто хочет победить в этой игре истории. Надо быть гибким. Сегодня играем в покер. Отлично! Я именно к этому, черт возьми, и готовился. А, не ожидала? А, не ожидала? Понимаете, история действительно в некотором роде, когда фортуна отождествляется с безумной женщиной или просто с женщиной, любвеобильной, возможно, история именно такая штука. Поэтому, когда она пытается навязать вам свои правила игры, говорит, отлично, детка, я сегодня именно к этому и готовился. Не пытайтесь идти вразрез с ней, то есть не надо заигрывать, не надо пытаться навязать свои правила. Это не тот вариант, когда вы будете доминировать. Вам не дадут такого права. Вы должны играть по ее правилам, но делать это достойно. Что называется, в танго, если вы оступитесь, сделайте это красиво и покажите, так оно и было задумано. Замечательно. Тут еще один вопрос от моих подписчиков был. Уничтожит ли миграция Западную и Восточную Европу? Продолжение вопроса. В свете грядущего атеистического восстания имеют ли место евгенические меры? Вот такой вопрос. Атеистического восстания? Атеистического. Атавизм в смысле, да. Странно. Видимо. Восстание атеистическое... Уничтожит. Такой слог интересный просто, да, получился. А знаете, я считаю, рано хоронить Европу. Посмотрите мой стрим, который называется «Кровавый фонтан юности и биореволюция Вогеля», где я вам рассказывал, как европейцам с помощью новых технологий можно вообще, в принципе, не заботиться о том будущем, которое их ждет. У нас правые традиционалисты любят винить женщину. Женщина, ты мало рожаешь! Плохо, плохо, плохо. Ну, то есть, эти уга-буга. Мумба-юмба традиционалисты, которые хотят вернуть вас в пещеры, поклоняются мужикам с бородами. Ну, вот эти самые. Сами, по сути, гомосексуальные парни. Ну, короче говоря, вот эти самые пацаны, которые винят во всем женщин. Далеко упускает из вида тот вариант, что мы можем делать искусственную утробу. И, черт возьми, даже женщин не понадобится для этого. То есть, развитие и западная цивилизация даруют вам такие возможности и перспективы, которые при в принципе, не позволяют ее захватить захватчикам из более неразвитых, скажем, регионов. То есть, если условно в средневековье арабы могли захватить Европу, потому что уровень наших технологий был более-менее равный, арабы сейчас захватить Европу при всем своем желании, вот даже если бы они все переселились туда и начали бы вот ассимилировать, не смогли бы, потому что это настолько великий уровень разрыва культур, настолько большой разбег, что это как автомат Калашникова и беспилотный бомбардировщик. Есть такая шутка, где пилот этого беспилотного бомбардировщика, сидящий где-то там в бункере Калифорнии, который управляет им с расстояния со спутниковой связи, наводящий на военную базу экстремистов там в Алеппо, они кричат: «Сдавайся, иншаллах, там это, значит, традиции, твоя цивилизация обречена, американец белый!» В общем, и он говорит: «Скажи это мне, скажи это в лобовое стекло моего беспилотного бомбардировщика!» Так что, нет, на самом деле, наоборот, сейчас как раз век нашего восхождения, как мне кажется. Если мы сможем воспользоваться всеми плодами, которые нам дают революции, науки. Если мы способны будем победить старость, ну пусть даже не бессмертие, а сделать так, чтобы мы не старели. Если мы будем способны воспроизводить наше поколение и потомство не только с помощью просто естественного воспроизводства, создадим эктогенез, решим проблему этой биореволюции Вогеля, то, господи, нас ждет наоборот второй колониализм, потому что остановить это просто будет невозможно. Я сказал вам о том, что социальные последствия таких вещей, ну
просто банально не проходят. И если кто-то обзаводится ими, то возникает такая дыра, очень большая пропасть технологий, которую заполнить очень тяжело. Вот есть такая шутка про Беларусь и атомное оружие. Лукашенко признавался, знаете, мы хотели создать ядерное оружие, вот очень хотели, но что наши ученые не делали, у них все получалось булочка и молочко, понимаете? Булочка и молочко. А вот про иранских ученых, которые год хотят только атомное оружие обзавестись, говорят, сколько бы ни пытались наши ученые, у них все равно пытается, получается анаша. Ну, вот пытаемся, но все равно получается анаша. Ну не получается ядерное оружие. Представьте, какой разбег дает нам, например, революция квантовых компьютеров и революция просто вот банально человеческого омоложения. Это такой разрыв, при котором реально, на самом деле, воспроизводство будет изменено, сдвиг произойдет. И когда вот вы смеетесь, говорите, что ну... несколько месяцев назад, если бы чел сказал, знаете, открытые границы убьют Европу в ближайшее время. Ну, какой идиот сейчас, вот знаете, это все уже, вот Китай скоро нас покорит, они ассимилируют нас, они как кролики плодятся, вы же знаете, да, поэтому надо плодиться так же, кролики, и еще арабы, они вот все, они просто, знаете, я представляю тела арабов, которые постепенно, знаете, как в этом питательном растворе, где молекулы размножаются, вот, поглощают землю. Я вот представляю, что в умах у этих людей вот творится примерно такая же картина. А через несколько месяцев внезапно появился какой-то коронавирус, который внезапно начал косить очень отсталую китайскую провинцию, показавшую, насколько эта великая сверхдержава, которую нам рисовали, не может справиться с какой-то эпидемией просто в провинции, где не заботятся о гигиене. Из-за чего весь мир потом страдал очень долгое время. И мы не знаем, сейчас выведем ли из карантина или нет, но... добрая часть половины человечества закрыла границы. Мигрантов не просто баллончиками, но из поливальных шлангов в Греции возле провинции Эдирна выпинывают. Вот знаете, если бы мы сейчас переместились даже не на 100 лет назад, а месяц так на 5 назад, и сказали бы, парни, так вы что, закроют границы, мигрантов в Эдирне будут давить, греки вновь обрастут яйцами. Эрдоган укажет свое место. Внутренняя миграция в Австралию закончится. Европа опять закроет границы. Все будет true, пацаны. А в Китае начнется и финансовый кризис. Господи, в Китае сейчас начинается финансовый кризис. Вы знаете, да? Ну, знаете, если бы мы сказали это 5 месяцев назад, то... Шизы! Все уже, история уже неоднократно доказывала, что все, сейчас нас поработят. Европа станет черной. Да, Европа станет вообще черной. Вот когда такие прогнозы дают, я всегда смеюсь. Потому что это то же самое, что прогнозы про Российскую империю. Кстати, обычно в нашей стране прогнозы, я хочу завершить нашу прекрасную беседу вот этим, сбываются наоборот. Потому что не было, наверное, эпохи более восхваляемой всеми в мире, чем 1914 год. Даже 15, 16, до 17 год, черт возьми, тоже говорили, что и революция сейчас сделает из России сверхсупердемократию. А вообще, флаг свободы на самом деле пытались, это я буду рассказывать вам на следующем стриме сейчас, перехватить у Америки, республика Керенского. И у Керенского была тоже проект статуи свободы такой. То есть вообще, в принципе, не было такого счастья, кроме вот этих лет. С другой стороны, не было вот более пессимистичных прогнозов про нашу страну, а когда она взлетала. Вот перед началом правления Ивана III, когда у нас внезапно в 8 раз страна увеличилась в размерах, вышла к Балтийскому морю, подавила Ганзу и на 8 фронтах одержала сокрушительные победы, родив империю на огромном месте, став самой большой за 20 лет при Иване III, наша страна стала самой большой державой Европы. Вот если мы почитаем иностранцев, сторонних наблюдателей этой страны, которые приезжали до Ивана III, ну, скоро эта страна поглотится монголами. А дальнейшее существование России, как нам представляется, не, для вашего высочества, не будет иметь никакого смысла практического. Выкидыши у баб родятся монголами и с монгольскими лицами, на улицах обирают ясачной данью, косоглазые, ну это так, я имею в виду, цитирую, я не хочу кому-то что-то сказать, не одобряем, ходят брамины, брахманы по улицам,
Я дичь полная и чума позорная, грязь и зловоние, окише ужасное плодятся по земле сей. И скоро мы увидим на месте сих пропастей руины, ваше превосходительство. Не стоит обращать внимание на этот засушливый, богом забытый, убитый, ничем не благословленный край. Черт возьми, через 20 лет вы увидите самую великую державу Европы. Так что надеюсь, что тот факт, что мы сейчас живем в очень плохую эпоху, и что у нас сейчас все не очень славно, валится все буквально в тьму, и не видится этого рассвета. Самый яркий рассвет наступает во время этого... Самая темная ночь перед рассветом. Так вот, самый великий рассвет наступает после этой темной-темной ночи. Русская полночь наступила, господа. Захватите фонари. Мне было приятно в этом стриме быть гостем. Надеюсь, наш стрим... прямо, да, на ваших ресурсах еще. Ну ладно, спасибо вам тоже большое вообще за все вот это. Вот очень интересно, очень познавательно, даже для меня самого. Прошу прощения за то, что вообще так получилось странно. Ничего страшного. Очень странно. Зато здесь будет тоже стрим, все нормально. Я попробую для себя уже свой стрим там запустить еще раз, ну потому что вроде бы как я уже там через полчаса перестал пропадать из интернета, вроде как. Ну, в общем, вот. Друзья, кто захочет меня из моих друзей посмотреть, приходите назад, я надеюсь, я смогу продолжить там. Спасибо вам, Николай, ну, надеюсь, мои тоже вот товарищи будут вас смотреть дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, и мои уважаемые зрители, переходите на канал. В общем, я оставлю ссылки все, ссылки будут оставлены. Хорошо, спасибо большое. Контент, ну, просто замечательный, очень живой, исторический. Я вполне доволен тоже, буду вас тоже теперь смотреть значительно чаще. Приятно. Всего, видимо, всего доброго. Добрый спасибо вечер. Еще раз большое. До свидания. Александр нас покинул, господа, а я вас приглашаю на стрим, который скоро-скоро начнется на нашем канале. Скоро это значит через 30 минут. Ждите меня, и я приду, что называется. Господа, рекомендую вам идти на канал, смотреть записи, ставить лайки под этим стримом. И обязательно, сейчас я просто призываю вас быть всем сейчас через полчаса на трансляции про Керенского. Будет круто. И готовьте свои донаты, пожалуйста. Мне они очень важны. Пожалуйста, если наш стрим окупится, то я милости ваш к услугам в нашем дискорд-чате. Господа, не прощаюсь. Ставьте лайки.